Ну что, ребят, кому интересно, делайте ставочки. Данный матч будет первым. Вот, данный матч будет первым. Будем смотреть. Так, сейчас приду, ребят.
Все, ребят, я здесь. Ну что, кому интересно, на кибете можете ставить. Ставочки, естественно. Но также можете, естественно, точнее, регистрируйтесь через кнопку черную в описании моего канала или через рефералку на SK2TV, если вы это делаете вообще, чтобы хоть как-то как бы польза мне от этого была какая-то. Вот. Ну, вообще, конечно, азартом лучше поменьше заниматься. Так что уже, если вы уж это делаете, тогда помогайте и StarCraft тоже, потому что турнирки бета этот организовали целиком и полностью. С нуля призовые хорошие, $2500. Вот. Игроков много, есть наши, есть не наши. Блайчика есть шанс выйти. Ну что, начинается первая игра, поехали. Все, стрим переименовал, все теперь понятно. Становится предельно, кто есть где. Янсу, первая карта. Так, сегодня еще и SK2 Improved Team League, блин, я не знаю, правда, как и что, наверное, не знаю, стримить ее или нет, конечно, хорошо бы ее постримить, там Каскад играет тоже, но по обстоятельствам решение приму, потому что хочется уже отдохнуть немножечко, хоть один вечер. Завтра стрим, вообще весь день будет завтра у нас, с 13.00 Блай там начинает играть в турнире от Кэтса. Забыл, как он там называется. Ну, короче говоря, мне его можно стримить. Завтра ВЦС, финальный день, Хэпич будет биться с Сиралом, Хэпич будет биться там дальше с другими игроками тоже. И Мизу играет, смотрите, через ЦЦшку три барака здесь. Пак играет Гейт Нексус Кибернетка. Так, кстати, секундочку. Во. Точно забыл логотипчик. Блин, здесь марики начинают строиться. Здесь Нексус почти готов. Мазеркор готов.
Мазеркур первым, фактически у Пака 50 энергии есть. То есть сейчас Мазеркур важно реально побыстрее строить, как и в Ходзе, потому что в Ходзе вообще сотка на Нексус энергии была, но он очень долго стоял, вы помните эту верчаш, и далеко стрелял. Сейчас же он стоит мало, стреляет не так далеко. Ну, по демеджу побольше, да, как бы, но зато за 50 энергии, за сотку 2 можно поставить. Залетает Мазеркор. Хочет факт проконтролить, что здесь происходит, пострелять, может, по рабочим. Но вот я смысла в этом не вижу, ведь он прекрасно видел, что там три барака. Очевидно, что Мариков до хрена. То есть прилетел и 50 энергии фактически на Мазеркоре потерял. Но нет, он принял решение, что не будет терять энергию, просто улетит. Да, не стал из-за одной КСМ-ки здесь заморачиваться. Здесь Зилок пришел, а вот Зилок уже тут неплохо нарубает. Но минус Зилок, Мезус контролил. В итоге Зилок на КСМ-ку разменен, тоже не самый лучший размен явно. И факта пошла. Стимпак делается, факта здесь. Ну, здесь у нас Робо. Ага. Робо Блинк. Плюс 3 гейта добавляется. 4 гейта Блинк получается будет сейчас от Пака. Можно адептом попытаться ворваться на мейн. Вот иллюзия полетела. Мезу вообще никак не реагирует. Но Пак решил так поразведывать немножечко. Видит инженерку. Все прекрасно видит. Но если бы он ворвался на мейн, здесь Марики есть. Причем Мариков 4 плюс прирост. То есть это минус АДП был просто-напросто. Пользователь Liquid Hero активировал премиум на ваш канал. Liquid Hero, респектую. Респектую. 25 человек уже, кстати, сегодня на премиум подписались. Ну, благодаря, конечно, паре акций. Так, у адепта телепортнулся, чуть не понял. А вот он на Ксилнагу телепортнулся, прошу прощения. Заходит Марик, адепт хоть и дохлый, но он изи Марика просто развалит сейчас. Что Пак и сделал. Янсу, кстати, вот эта карта мне всегда очень нравилась. Помню, что неплохо на ней я как-то играл. Вот она такая интересная для просто всегда была. Да, варка какой-то, иду с блокировкой вот сюда, на Никсу. Конечно, тот самый Хиро. Много, у нас тут много профессионалов сидит. Ликвид Хиро и не только. Да, стрелка на этой карте выиграл тогда. Давно. Приходят с блинком 4 сталкера. Здесь у нас резонирующие глефы. Скорость атаки пошла адептиком. И Мизу просто, смотрите, вот, ну что за... дебилизм, просто не понимаю. У тебя Мариков 26, почему два медивака не сделать, а потом этих либераторов? Нет, сначала надо либераторов сделать. А ты простимпачишься, ты чем лечить-то все это будет? Лечиться. Минус щиты сейчас, но стим готов, это главное. Сейчас приходит Мизу на стимпаке сейчас. Призма минус в итоге, чуть-чуточку ФП, ребят, там. Открою дверь. Пристройка завершена. Время действовать. Улучшение завершено. Все, вернулся резвенько. Ну что, отбивается, конечно же, по потерям. По потерям Протс, естественно, больше потерял. Врыв очень неудачный был со стороны Пака, реально, вот этот вот. Так. Ну, зато либераторов принимает. Кстати, здесь либераторам вообще не очень. Посмотрите, откуда, где им раскладываться. Отсюда сразу достанут, отсюда близко надо подлетать. Здесь, кстати, против либераторов карта, это хорошо вообще. Вот здесь вот разве что. И то здесь, вот, чтобы либераторы такие имбовые не были, нужно вот так вот от минералов немножечко отодвигать, в общем-то, вот это вот пространство на картах, которые сейчас есть. Так, прога в опсе. Я не знаю, про какую прогу ты говоришь, честно говоря. Про какую музыку. Пристройка
что, фугасы, щиты, еще раз щиты отменил, да что за хрень? Еще раз пак щиты отменил тирану. Тиран возвращается домой, вместо того, чтобы попытаться снизу перехватить. Ну, как-то Мизу кривовато здесь все планирует. Обсервер на Ксилнаге все прекрасно контролит. Все, у пака уже больше лимита стало. Мазеркор тут, я не знаю, с начала игры, что ли, по этим камням стреляет. Вот они уже почти пробиты. Наверное, не он один пробивал их, скорее это всего. Тирана плюс один есть у Протоса. У Протоса плюс один скоро доделается. Еще раз щиты отменил. Сколько уже? Третий раз щиты отменил. Да, три раза в этой игре пак уже щиты оппоненту своему отменил. Игра по количеству отмененных, по количеству раз щитов отмененных просто какая-то рекордная уже становится. Минус Марики. Блин, контроль со стороны пака очень крутой. Умудряется еще и мародеров там подфокусить. Уходит вниз сейчас. Не, молодец, пак четко очень играет. Мне нравится, как он пока отыгрывает. Дестабилизаторов отстраивает. Гитов добавил тоже по грейдам. Глефы есть. Адептов собирается добавлять. Чарж пока не делает. Их там архонов. И что еще что-нибудь такое. Все больше и больше адептиков становится. Ну что, будет рыв на мейн? Будет рыв на мейн, минус. Знаете, даже либератор выстрелить не смог. Еще один либератор минус. Блин, пак четок на самом деле. И самое главное, что не пытается Мизу его никак поймать. Смотрите, забил уже на щиты. Говорит, все, ребят, бюджет проели, щиты отменились. Все, не будет вам щитам, воюйте. Так, короче, на 45 хп. А Марикам-то не очень как-то. Смотрите, они даже меньше такие по размерам. Вот, наконец-то заказал щиты, изыскал средства. Адептики врываются. Опять пак собирается также ворваться. Минус либератор сейчас. Просто пак, видно, что по уровню игры реально повыше своего оппонента. Видите, он четко отыгрывает. Игрок американский, между прочим. Не так много на американском сервере игроков такого уровня. Сейчас можно с призмой ворваться и просто убить, по-моему, оппонента. 168-49, 4-й Нексус там пак занимает. Либератор полетел куда-то. Так, не, ну здесь тиран рядом. Будет врыв на сталкеров или нет? Да, варп еще сталкер идет. Так, скан кончается. Можно вперед немножечко выйти, вот сюда вот. И пульнуть тут так может прилететь просто адски. Но пока пак не собирается этого делать. Блин, чуть-чуть не долетел патрон. Чудом тут выжил, кстати говоря, дестабилизатор. Если бы чуть-чуть еще дальше пролетел, вообще бы жестко было. Либератор через мейн. Залетел просто вот так вот на вторую прилетел, посмотрите. Начинает паку рабочих долбить здесь. 5 минус рабочих. 184-176 по лимиту в итоге. У рабам пак чуточку в плюсе. Либератор складывается. Вперед полетел, что ли? Мизу, ты куда полетел-то? Чуть Мизу через всех юнитов пака летит. В это время замес пошел здесь в лоб. Минус призма будет моментально, естественно. Мизу отгоняет пака. Камни пошли. Марика завалила одного, кстати говоря. Посмотрите. Так, минус био здесь. Камнями хорошо. Пак тут внизу пришел. Врыв вниз. Присек, точнее, врыв вниз. Еще один либератор минус. Но одну... Не, даже не успел пробку убить. Три сталкера его минуснули. С двумя атаками достаточно много дэмэджа наносят. Тем более по либераторам есть бонус. 16 по либераторам сталкера стреляют. Ну что-то вот единственный пак, что мне не нравится, но вот уже вот перехвалил, реально перехвалил, переоценил пака. Так он круто все делал сталкерами, но посмотрите, что он делает. Ну какие 34 сталкера с тираном, к черту? Да он на клике биос бреет этих сталкеров. Где, какие технологии-то? Ну не два дестабилизатора, не знаю, шторм там, зилки с чаржем, что-то такое. Как добивать-то его?
30 сталкеров, они могут просто в секунду развалиться. Так, отступает пак, камни пробивает, можно на хайграунд, кстати, ворваться, да. ХСМ-ка видит все это, Мизу прекрасно. Пошел вперед, да, посмотрите, пошел вперед, а пак пошел к нему. Как-то там выстрел дестабилизатором пошел. А, ну это на ход тирану. Тиран идет к Бродсу, Бродс идет к тирану, оверчажи парочку хотя бы выставить. Да. Мимо кассы оверчажа. Здесь у нас сейчас саплай-блок у тирана очень быстро наступит. Почему? Потому что здесь очень много депошек жирных, таких 3 штуки, просто 16 лимита, которые дают. 54 лимита, то есть минус моментально будет. Но внизу саплай-блок. У пака тоже уже саплай-блок. Смотрите, кстати, размен будет жесткий, полноценный размен. Правда, у Бродса по грейдам получше. У Бродса 2-2 получается. Да, сейчас вот вторая фаржа тут доделает грейды. Так, сколько секунд? 2 секунды, все, не успеет армор отмениться. Пак убивает Мизу, Мизу убивает Пака. Хороший выстрел с дестабилизатором. Ну, это так все. Уже незначительно на самом деле. Нужно добивать просто все базы Процу. Либераторов много. Микс у тирана-то неплохой, такой боевого лимита одинаково. 7 медивак, 16 мародеров, 30 мариков, 9 либераторов. Процу только сталкера, все, ну, дестабилизатор. То есть, если быть аккуратным, то можно нормально подраться. ЦЦшку нужно куда-то увезти, где ее просто не зафокусят, и все. Неужели только одну ЦЦшку в итоге уведет пак? Простите, Мизу. Нужно сныкать здания там, где их не достают. Кстати, на этой карте таких мест мало. Хотя не, вот здесь вот место прекрасное, где можно сныкаться. Так, тиран тут еще в размен, по-моему, выиграть может, кстати говоря. Как мне кажется. Ему позицию достаточно вот на этой ксилнаге занять, и все. У... Пака 16 пробок. Где они? Вот они стоят. Ну, на Nexus есть, в принципе. На Nexus то, что есть, хорошо. Воздушные юниты есть у Пака? Нет, воздушных юнитов нету. Камни пробивает, думает, ЦЦшка здесь. Нет, вот она улетела в угол. Тут ее не достать. Отсюда блинкнуться сюда нельзя, насколько я помню. Ну, все. Nexus падает. А у Пака здание вообще есть? А вот у него здесь здание есть, да. Все, Nexus и минуснул, все либераторы в районе Ксилнаги стоят, пак выдвигается вперед. Нужно тирану войска соединять как можно быстрее сейчас. Идет прот сюда. Все, либераторы выставляем. Разные направления перекрываем просто и все. Собирается зайти таким образом пак, чтобы... Провальный Мизу, просто провальный, а. Уйди ты. Ну, пак отпускает, посмотрите, смог соединиться еще тиран всеми юнитами своими, что самое интересное. Обсервер висит, обсервера нечем убить просто. Так, ну, либераторы хорошо раскладываются. Минус либератор, но минус 2 адепта, одному еще в спину немножечко прилетело. Мизу перестимпачился, просто нервный какой-то Мизу. В итоге вылечить всех надо, но хоть частью бы юнитов бы стимпачился, не всеми одновременно, ё-моё. Минус талк, и опять всеми стимпачится. Три мародера минус. Пак идет вперед. Ой, как тут шатает. Ой-ой-ой, Мизу просто. Не, вообще жесть. Как вообще разорвало просто. Такую ситуацию пак вообще довел до такой ужасной ситуации из такого преимущества. Чуть не слил. Но как Мизу вообще шанс его подаренный просрал сейчас? Это просто, ну... Просто дичь была. Да, ребятки, да, ребятки. Вообще хорошо шары вошли. Захожу в игру, не знаю, какая следующая у нас будет. По расписанию.
Спасибо, что смотришь, Сталик. Так, все здесь, сейчас начнем. Не, ну как Мизу там разорвало, это просто жесть какая-то, ребят. Задержки нету, кстати, на этом турнире задержка не требуется. Может быть, в плей-оффе нужна будет, не знаю. Ну, перестимпачился Мизу просто нереально там. Просто нереально согласен. Абсолютно согласен. Руины Сероса карта. Мизу ЦЦшечку 17-ю пилит, разведку идет, не угадывает с разведкой. Ну а здесь Нексус 17-й, пак тоже халявит. Ну, почему нет, карта большая. Риперов, что-то тираны сейчас уже из моды вышли, риперы, редко кто через риперы играет, заметил я. Начали больше играть через какие-то передропы, там, через такую всякую тему. Минки там, я не знаю. Наши зомби напали. Попилился с КСМ-кой немножечко пак сейчас. Мизу едет, он только через полгода на этой карте приедет сюда. Здесь уже Нексус будет, карреры начнут первые вылетать. Вторая атака на воздух доделываться будет, а он только приедет в разведку, когда не угадал на руинах Сероса. Всем привет, всем спасибо. Два сталкера делает пак сейчас. Кстати, вот мне вот больше всего такие билды сейчас нравятся. Сталкеры несправедливо забыты. Они на начальной стадии такие самые стабильные ребята. Ну, сейчас будет спален этот билд, и Твайлайт сейчас будет спален. Неприятно, в общем-то. КСМ-ка минус в итоге, нормально все. Подбустил сталкеров. Сталкеры вперед пошли. Ну что в Твайлайте, блинк или что-то еще будет делаться, я пока не знаю, если честно. У пака все замечательно. 33-26 пурабам. Билд халявный у него был. Здесь тоже, правда, халявный. С адептами, в принципе, тоже уже адепты сюда бы пришли бы, начали бы убивать. Но сталкеры бегают побыстрее, то есть даже вот ими пришел, сейчас пострелял немножечко. У адептов, правда, разведки больше, если через... Ну, то есть адепты почему отпали? Вот сейчас, например, двумя адептами бы пришел бы сюда, допустим, на халяву по иллюзии как-нибудь пролетели через депошку, можно рабочих было бы, но убивать нереально. Или как-нибудь по краешку сюда обошел, иллюзию пустил назад и... Несколько пробок фокуснул. Теперь-то они залпа КСМ их тирановских не убивают, поэтому особо в них прям смысла нет. Они не харасят так жестко. Хорош вообще Марика минуснул. Контроль у пака, кстати, очень хороший. Но вот нету какого-то на поздней стадии такого прямо грамотной реализации, что я, как я сказал. Потому что, ну, вот в прошлой игре преимущество было просто невероятным. Но практически полностью отдал все преимущество в итоге пак.
Вот это правильно, что на этом пилоне гиты ставят, с одной стороны пак, то есть на него быстрый вар будет, с другой стороны очень опасно здесь ставить, здесь нужно перестраховочных пилонов спереди или сзади, не знаю, где-то ставить еще, и не один, а парочку, потому что если будет пилон от вывод, сразу минус 2 гита будет. Так, стимпак делается, призма заказана, пробочка контролит ксилнагу так, чтобы тиран не заметил того, что происходит. И призма сейчас делается, сейчас пойдут до варпа, гитов все больше и больше. Ага, и третий Нексус при этом. То есть это будет Харас плюс третий Нексус. Где призма? Призма летит. Ресурсов. Так, сталкеры помощью добавляются. Здесь перевод на третью базу пошел. Только уже нужно направить бы рабочих на Нексус, а не дистанс майнингом заниматься. Вот, посмотрите, не контролит вообще пак, ни хрена. Сами ездят куда хотят. Приезжают, ну вот эти, можно было пару-то подконтролить рабочих. 53-45 по лимиту. Стимпак будет сейчас от... Ой-ой. Ну отменит щиты опять. Смотрите, опять минус щиты называется. Уходит пак и призме повезло. Мезу сейчас мог... И призму фокуснуть, и сталкеров пару фокуснуть, но в итоге и призма ушли, ушла и сталкеры, и опять 4 ребята были отменены. Что самое интересное, блин, как это просто мизу эти щиты снится будут. Марики без щитов все время. Так, еще раз щиты. В первой игре 3 или 4 раза отменил, в этой уже второй раз отменяет пак щиты мизу. Пошел контроль, Харас из-под либераторов уходит пак, чтобы сильно не убивали, не наубивали. Третий Нексус делается вот сейчас, чтобы вот, честно говоря, учитывая, как грамотно пак разводит, чтобы просто тирана унизить на оклике, сейчас нужно сделать что? Вот здесь нужно было заказать чарж, просто одну фаржу, ну можно на всякий случай по фотоночке на базе поставить и там какую-нибудь атаку сделать. И архивы темплара просто сделать архону, все, больше ему ничего даже и не нужно. Так, на второй базе разбирать, здесь билд-то не так много. Все простимпаченное, демедженное. Уходит пак. Контроль хороший, но в это время посмотрите, что тут либератор делает. Он делает минус 6 пробок, и он делает... Так, здесь пак отдается в лоб, между прочим. Минус призма с 4 сталкерами, полный провал со стороны пака, но лимита больше. Все равно 56-24 барабам, но нужно раньше было уйти. Мог бы раньше уйти. Здесь еще раз либератор начинает прессовать. Пилончик нормально стоял, убил. Но боевого лимита тирана больше, обратите внимание. 34-24. Мизу двигается вперед, но у него щитов нет и не будет, пока он даже не заказал. Как в песне, со щитом, а может быть на щите, да, как бы, и так как щита, так как точно не со щитом мизу, ответ очевиден как. То есть тут предсказатель пак фактически. Ну а как, ты, конечно же, свою победу предсказываешь своими действиями, по-другому быть не может. Сталкеры доварпливаются сейчас. Под либераторами, блин, контролить это как-то прохладненько, как по мне. Но пак решил, что он настолько контролер, что либератора ему пофиг, а либератор говорит, я люблю пиу-пиу, мне пофиг, что ты контролер, все в итоге демеджено. Мизу пака пробривает лоб, он еще сейчас выиграет эту игру, что самое интересное, ребят. Нужно немножечко отойти, вылечить юнитов, сюда подтягивается прирост на стимпаке, третья ЦЦшка понемножечку вылетает. Все, оверчаржи сейчас кончится и попробуй тут выбить все. Ну что, пытается пак выбить все. И, кстати говоря, судя по всему, выбит. Что-то здесь мало слишком юнитов осталось. Ну что, от либераторов уходит.
А не, один сталкер всего остался. Что-то Мизу здесь тоже как-то... Ну, Мизу, посмотрите. Мизу в это время мулов накидал. Если бы Мизу при этой атаке еще бы имел достаточно контроля, чтобы строить рабочих, он бы вообще был бы сейчас неплохо. Не в плохой ситуации, потому что он бы восстановил. Но он рабочих строить стал только тогда, когда слился здесь. И это-то в итоге и зарешает, судя по всему, в этой игре, потому что Пак идет добивать, но как он чуть не отпустился, сейчас это просто жесть. Ну и как и предыдущий, собственно говоря. Не такой уж Пак прямо там невероятно сильный, судя по всему. Здесь проб, конечно же, контролит все, два медивака залетают, но здесь нечем встретить абсолютно Паку этот дроп. Возвращается? Не, не возвращается вообще. Два зелка варпится, прилетает к Мазеркор, сейчас просто медивак можно впуснуть спокойно абсолютно. Пак очень долго думал, фокусить или не фокусить медивак. Вроде в итоге зафокусил. Заходит под либератор. Он всего лишь один, кстати, этот либератор здесь. Так, полетел пуля. Пуля раз, пуля два. Вообще просто Мизу вообще не уворачивается от патронов. Дестабилизатор даже не пытается увернуться. Ну, две штуки, можно сказать. Все-таки Пак с горем пополам, но дожал тирана. Ну, был близок Мизу к тому, чтобы вот здесь вот Пака прям убить. Так, ГГ пишет Мизу. 2-0 Пак, ждем сервер, выясняем, какой будет дальше и кто будет играть. Вообще Блай должен был начинать с МС, но... Сейчас Алекс что-нибудь скажет, куда мы дальше идем или нет. На Америку идем. Так, да, Блай МС следующий, ребят. Оп, вот такие вот дела. МС всем своим видом говорит: Блай, какой бы ты серьезный ни был, я тебя скушаю, посмотри, какой я большой. Ну а сейчас давайте посмотрим, что у нас происходит на кибете вставочках. На вставочках у нас происходит МС против Блая. Блай 3.08 и все 1.27. Конечно же, МС супер фаворит здесь просто, как ни крути. Вот. И Мейзер, как я уже говорил, фаворит с Блаем. Это, мне кажется, очень странным моментом. Ну, не знаю. Посмотрим, что на самом деле и как. Ну, кому это интересно, пилите. Я думаю, что, конечно, у Бла есть шансы с МС. Я очень надеюсь на его победу, но МС, безусловно, здесь фаворит. Есть еще ставка...
по приколу, докажут ли, что, что Лайф принимал участие в подставных матчах. Три варианта ответа, там да, нет, и никогда об этом не узнаем. Ну, больше коэффициент, конечно, не в пользу Лайфа там совсем. Так, что-то у меня подвисло все. Во. Все, попал я в игру. Блай против МС, ребятки, начинается. Идите все сюда, давайте смотреть. Это уже будет гораздо интереснее. Даже переименую я так стрим. Начинается игра, поехали. Ноль-ноль, счет, полярная ночь, карта. О, карта, кстати, старенькая, добрая, полярная ночь. Что у нас здесь происходит? А, все, помню, полярную ночь. Да, здесь в кармане вот эта база. Аналог карты в первом Старкрафте, забыл, как она. Подобная вот с этим карманной базой. Ну, не то, что аналог, но чем-то немножечко похоже. Она называлась на двух человек, забыл я, честно говоря. Два летит вперед, два пишет ГГЛ, МС ничего пока не написал. Нет, не Бифрост. Точно. Какая она была, серо-коричневая. Ну что, ставится Nexus MC. Помню, много на этой карте отыграно было. Ну, такая хз, как мне не особо она прям нравилась. Не нравилась Destination. Конечно, Destination. Кого помнит. Да-да-да, точно. И не только кого помнит. А ты тоже помнишь. Так. Переводится дронов. Три штучки Блай. Третью хату ставит. 8 лимов. Вот Блай готовился к МС. Смотрел реплеи, а играет все равно свои темы. Видимо, принял решение, что, что нужно играть своей именно темой. Что началось-то там? Что у вас? Сейчас посмотрю, что там, где подлагивает.
Сейчас закрою лишние ссылки, на самом деле я. Все, подождите несколько минут, может быть это у меня проблемы были. Ну, навряд ли. Прибегает Блай, пилон МС отменяет. Зилка окружает. Смотрите, хорош. Зилка нужно забрать Блая, но МС пробками сейчас законтролил. Ну, теряя 4 пробки, это уже неплохое начало для Блая. Блин, ну Зилка зря стал догрызать. 2 адепта есть, 9 дронов Блай строит. Ну, у него-то нет уму, вот в чем проблема. И адепты сейчас вот не раз видел ошибку от Блая. Вот он спешит, в общем-то. Рабочих, да не то, что спешит, он не дозаказывает вовремя лингов, приходят адепты и начинают ломать. Вот сейчас опять же они приходят и начнут ломать. Так, 2 дрона Блая уводят сейчас, сныкал, молодец, их хорошо. Адепты врываются. 2 линга у Блая в итоге, и что дальше? Ну, Блая просто не понимаю. Ну, пришли адепты с зилком, ну, почему 2 линга-то, ё-моё, чё так долго соображение-то такое приходит, блин? Чё, им все ждать будет? Да, блин, это ему только дай сейчас адепты, он сейчас только нащелкает рабов. Не стал врываться, а МС боится. Боится МС, это очень хорошо для Блая. Я переживаю, но МС боится. Вот еще 2 адепта. Приходит 4 в итоге. А 4 уже это серьезная сила. Уже и лингами-то 10 их не забрать будет. Блая пытается окружить адептика. Не так просто, МС законтраливает, но уже 2 адепта всего лишь осталось. Или 1, или 3. Телепортируется МС на мейн. Одного адепта минус. Все, пожалуйста, дронами начинает Блай отбиваться. Ну нахрена вот это нужно? Королева бьет одного, дроны бьют другого. 6 дронов потеряно в итоге у Блая. Еще МС сюда телепортнулся. Еще сейчас дрона потерять может. Нет, не потерял, слава богу. Все, еле-еле. С горем пополам отбился. Такой поздний. Ну, это, во-первых, это минус, билда, когда мува лингом нет. Во-вторых, это, опять же, сколько... Вот уже не первый раз вижу, Блай прибегает первыми лингами, сгрызает процу рабочих. Ну, да закажи ты пораньше к двум адептам, чтобы 8 лингов там королева была. Нет, Блай что-то тупит, лингов не заказывает, 2 линга королева в итоге, и полная печаль. Так, оракул одну королеву, сейчас еще вторую разберет. Минус вторая королева. Просто красавец была. С 50 энергии сливают королеву, блин. Ну вот с МС так вот играть как-то, ну вот, с ним нужно... МС, он... у него аркадный очень стиль. Его принимает тот, кто не дает начало ничего сделать сильно. Прямо вот так вот, короче, облая. Он просто перехарасил сейчас. Вот, потери он... Ну, кстати, у потери там близки, но все катается. Экономика у Блая слабее, чем должна быть. В итоге все не по плану. Вижу мув роучем, 9 роучей со стороны Блая. То есть Блай собирается прессинг, роучи, подземный мув и по ходу дела, да, как бы подземный мув и просто мув делать. Но получится ли что-то сделать? Так, приходит адепт на третью базу. Рабочий будет врываться. Грейда на скорость атаки нету адептом. Здесь королев фениксы прессуют очень не слабо. Адептами МС пытаются уйти. Блай заходит роучи, минус адептов. Минусуют очень не слабо. Ушли только 2 адепта. Фениксы королев не сбрили. Третий. Нет, смотрите, выходите, шатать просто этого МС сейчас надо. Роучи еще 8 Блай строит, идет вперед. Почему закупку не делает, а? Блай решил, что нахрен. Вот смотрите, вот. Сколько раз видел и говорил, Блай сливается до готовности там подземного мува закопки. Блай решил, нахрен мне закопка с подземным мувом, если я сливаюсь и так просто на муве роучу. Буду я просто мув тогда по ходу дела и делать, да, что ли? Я не знаю, как Блай это решение это принял. Феникс и роучи харасят, ну где закопка, когда она так нужна просто? Как она сейчас просто невероятно бы сильно Блая помогла, хотя, в принципе, здесь есть Оракул с Ревелейшеном, но пусть он лучше Ревелейшена кидает, чем ждет сейчас на халяву роучи. Заходит Блай, много очень энергии у Мазеркора, Уверчаш пошел раз, Уверчаш пошел два, Блай минусит Уверчашек, энергия у фениксов кончается, роучи все разрозненно сюда приходят, и в итоге Блай, несмотря на то, что по лимиту преимущество очень серьезное, у него все равно не хватает сейчас сил продавить МС. Закупка будет через 20 секунд, ну полечи ты этих роучи. Нет, Блай врывается.
Роучи сейчас минус будет. МС зелененьких поднимает. Просто закупку. Подожди, 10 секунд. Полечи Роучи и все. Третий Нексус можно пошатать, зайти. Пока Мазеркур где-то, ну вот пилоны забрать. Хорош Блай заходит. Пилон не минуснул, пилон живет. Второй минуснул, правда, достаточно быстро. Все, закопочка готова. Можно заползать сейчас. Вижу грелку, вижу имморталов в продакшне. Блай тянет время, нужно принимать бой с наземной армией, пока у фениксов лимита, не, простите, энергии немного. Заходит Блай, принимает бой со сталкерами сейчас МС. Хорош, по-моему, работает его сейчас тема очень хорошо. Блаевская. Роучи на подземном муве ползают, заползают к МС. Иммортал есть, обсервера нету, Блай, ползи вперед, конечно. Сейчас у грелки кончится, сейчас ее разогрев. Роучи все новое и новое заходит. Только, пожалуйста, Блай, робо, что ли, хочет вырубать? Хорошо выкапывается Блай, Иммортал минус моментально. Остальные юниты тоже все минус. Мазер, Кора, нету энергии, чтобы уверчажи выставлять. Роучи все новое и новое дотекают. Здесь Роучи живут, Фотонку нужно минуснуть, она дэмэджа много вносит. Грелка, сейчас вторая вылетит уже. Робо бы минуснуть Блаю, завяз он что-то в обороне очень сильно, МС. Вторая грелка вылетает, нет, что-то у Блая здесь, по-моему, не получается продавить. Обсервер где? Где обсервер у МС? Здесь висит, все в порядке. Третий, Нексус Блая нужно зашатать. Здесь на подземном муве просто скрыться, конечно. Пока нету имморталов. И третий Нексус просто убить. 108-89 по лимиту. На мейн врывается Блай, МС. Хотя не здесь фотонки две штуки есть. Да, здесь все нормально у МС. Нужно свич делать Блая в гидру. Срочно в гидру. Чисто за счет экономики. Третью базу поднимать сейчас по экономии. Просто раскачивать. Роучи, блин, здесь все видно прекрасно, МС. Просто всех Роучи видят. Только один смог сныкаться, чтобы его не видно было. Здесь была еще один врыв делает. Врыв бесполезный. Хватит отдавать юнитов, пора гидру заказывать. По лимиту преимущество гигантское сейчас. Нагрелок, ну зачем Роучами нагрелок ей лезть? Ну, Блайчик, ну, ешкин ты кот. Вот сейчас МС только ушел. Можно пилоны минуснуть. Просто зайди, минусни пилоны, пока он нахрен этих Роучи сбривает. Блай вообще не контролит. Отступает назад. Здесь плюс 2. Это минус будет. Вообще жестко МС раскладывать. Ну, больше гидры, больше королев. Смотрите, криптуморов сколько много. Вот МС насчет третий Нексус заново строить. И можно врываться. Можно группу Роучи вот здесь где-то оставить. Камни пробить, чтобы шатать со спины МС. У него такой микс для контроля. Вот сейчас, если Блай будет лезть, МС будет без потерь все убивать. Если Блай накопит чуть больше массы, чем у него сейчас, он придет и МС в хлам пробреет. Тем более королев у Блая 8 штук и 2 еще будет, 10. Плюс гидра, то сейчас Роучи гидра королевами просто идти. Вот этот Нексус брить МС просто-напросто. Так, МС не реагирует сейчас. Так, полетел Роучи убивать. Здесь 3 пытаются заползти. Блай... Ну, Блай хитрец-то, а. Роуч пилон здесь настреливает. Ну, Блай не закопал. Можно было уйти, переконтролить МС. Сейчас еще 8 гидралисков. 150-100, да дожимать надо. 10 королев, 17 роуч, 15 гидралов. Что у МС есть? У МС основная армия это 2 грелки, фениксы, 6 штук. Иммортал, зелок и 2 сентри. Все! И оракул. Больше ни хрена нет. Крип прям под третьим Нексусом. Все, заходим. Я думаю, что Блай сейчас выиграет. 1-0 будет счет. Красавчик Блай, что я могу сказать? Но пока вперед забегать не будем. Обсервер летит вперед. Обсервер можно минуснуть бы было бы сейчас. ГГ пишет МС Царь. Молодец, Блай. 1-0 повел, но нужно дело до конца довести. У Блая есть очень высокие шансы выйти в плей-офф. Блай уже супер одного корейца выигрывал. Но на ВЦС вот не прошел в Европе, блин. Так, на Яндекс 20 рублей приходит Поми, мы шли за Блайчика. Спасибо за стрим, спасибо тебе большое, кто бы ты ни был. Пишите никнеймы, чтобы я вас в список мог добавлять поддерживающих, естественно, но...
Кстати, где-то не там текст находится. Сюда его или сюда, давайте добавим. Ну да, еще последние отборочные будут, где две квоты будут разыгрываться на ВКС. Ладерных квоты две штучки будут. Загоним. Так, загоним. Случайно на Мишу нажал. Наверное, после вот этого турнира я прервусь, потому что хочу отдохнуть. Хотя там есть еще постримить, искаю 2 импу в Team League еще вечером будет. Поехали. Появилась вебка и группа ВКонтакте в описании есть. Можете добавляться, ребятки. Ну что, Блай не стал прокси хату ставить. Блай ставит стандартную хату. МС в разведку идет. То есть это опять же три хаты и безгазовые хаты. В описании СКДВ ТВ Гудгейма есть ссылка на группу ВКонтакте. Добавляйтесь. Стараюсь писать туда, когда стримы будут заранее. Вот. Кресло я уже ссылку скидывал много раз, некогда. Сейчас кто-нибудь в ладере, может, даже, простите, в комментариях кто-нибудь скинет. Ну, или по такому вопросу в личку пишите, там скину ссылочку. Фух. Ну что, Блай 1-0 ведет, молодец. Хорошее начало, я считаю, нужно дожимать МС сейчас пытаться. Я не участвую. Некогда мне сейчас. Пользователь Даода активировал премиум на ваш канал. Так, голосуем по поводу того, кто затащит. Двумя лингами Блай гейт грызет. Сейчас выйдет сталкер, вот он выходит. Нужно уходить, конечно. Одного линга Блай потеряет, но это не критично. В это время овер врывается. У МС роба заказано. Роба с другой стороны. Блай, подлети чуть по... Вот с этим овером нужно просто поближе подлететь и спалить это роба. Вот этот овер, скорее всего, ничего не спалит. Блай видит пилон, подлети же ты ближе. Не, а вот, все, молодец, Блай правильно отреагировал. Подлетает, здесь сталкер. Все, роба спалил, красавчик. Спалил робу, улетает. Не знаю, прокликал ли Блай, надеюсь, что прокликал. Потому что это ключ вообще к билду МС. У МС пошел роба Б, то есть он
дестабилизаторами собирается врываться. И против позднего газа Блая это хорошо. Спасибо за премиумы все. На какой первой? Не понял, на какой первой карте Тосу не выиграть Зерга? На первой карте в Лотре вообще не играют. Просто МС сыграл, ну, Блай сыграл хорошо. Вот мог бы Блай отдать, если бы еще чуть-чуть бы переборщил бы срывами. Здесь же как бы... Здесь, кстати, тоже вот таким билдом Роучи с подземным У можно давить. Но в этот раз МС уже сразу дестабилизатор устроит. То есть если... Ну, хотя да, здесь тяжело очень будет с Мувом, тем более. У Блая будет сейчас лейер готов. Если Блая сейчас прочитает игру и закажет спайр, это будет лучший вариант для него. Потому что муткой у МС старгейтов нет. Муткой Блая сейчас, ой, как может пошатать его. Лейер готов. Нет, два старгейта пошли. Спайр Блай ставит, конечно. Но я знаю, что Блай умеет даже против фениксов там вайперов добавлять. Но вайперы сейчас опущены, у них меньше дэмэджа стало. И зачем-то рабочие сюда едут. Хотя не, везде облая. 69-47, по рабам все замечательно. Вижу инфестейшн пошел. То есть будет ранний хайп, как я понимаю. Летит призма, но мутка нужна или караптеры нужны для того, чтобы призму просто сбивать. Не обязательно муту первый строить. Сейчас можно караптеров заказать и уже под караптеров что-то там добавлять, например. Четыре дрона, это мало на самом деле, убил сейчас МТ. Блай что-то рабочих просто перестроил сейчас в хлам. Сколько рабочих-то Блай настроил? Из боевых юнитов один линк все у Блая, ну молодец. Заходит МС на дальнюю базу, мува у лингов нету. Сейчас еще эти 12 лингов, трех адептов убить-то... А, не, есть мув, ру. Не, мув все-таки есть, и то хорошо для Блая. Дронов прессует, МС 11 дронов уже погибли. Нафига вот столько, нафига 76 дронов, если у тебя все равно 65 остается после врыва. Построй ты лингов десятку. Здесь еще один варп пошел от МС трех адептов. На Харайсе просто невероятно, 4 муталиска заказано, у Блая хайф пошел. Блай, кстати, может сейчас так, адепты опять на третью пошли, что за жесть-то происходит. Блай сейчас в ультру хочет выйти, насколько я понимаю, в быструю. Прибегают деньги, дроны падают, но четвертая, кстати, база и пятая будут готовы. То есть Блая, в принципе, более-менее еще ситуация. Адепты опять на второй базе, муталиски первые вылетают, у МС Фениксы пошли, Блаю сразу же нужно выходить в ультралах. Просто один эволюшн заказать, там, я не знаю, или два, делать 1-1 и чисто ультру делать. Лимит нормальный, по рабочим нормально более-менее. Вот девичью, четвертую раскачал, пятую немножечко раскачал и просто выходим, ну, то, что хотел до этого. То есть главное не париться на экономику МС, экономика до сих пор такая же, в принципе, как у Блая. Но у Блая 4-5 зато есть. Вот обсерверы Блая не отконтроливают. Ну, видно, что он здесь висит. Но когда ты контролишь там очень быстро на всех базах, сюда нужно присмотреться, чтобы увидеть. Вот сейчас вот быстро сюда кликнул, и не видно уже. А вот так вот, конечно, видно, когда все видно тебе, двух игроков. Вот. Но нужно, поэтому нужно... Вот у тебя есть лейер, и сразу одного уверсира... Есть уверсира у Блая? Хрен там нету. Зерги тоже как тираны. Тираны туреток не ставят, ни хрена как бы бывают. Типа как Кас, уже там 4 базы, мутка вылетела, ни одной туретки нету. Также и зерги должны оверсира просто по КД делать. Как только лейер готов, а не как хайф. Вот у хайфа была есть, была сделал оверсира. Возможно, присмотрелся, увидел апса. Не знаю. Оверсир что-то висит, а в сервер улетел. Блай даже не заметил его, самый прикол. То есть, оверсир добавил, а апса не заметил. Фениксами МС врывает, у него фениксов больше, по-моему, чем у Блая муталисков сейчас, не? Хотя не, 14-12 ситуация сейчас, но фениксов все больше и больше будет. Ну, ультралис Кеверн, и это очень положительный момент. Эволюшн есть один. Коготь, наверное, Блай сейчас закажет ультралом. Армора им с уникальным грейдом поначалу хватает. Вот, посмотрите, пятая база. Два газа переведите сюда рабочих. Блайчик еще. А вот он добавляет прямо отсюда.
78 дронов, экономика хорошая, по лимиту почти одинаково. У МС нету вообще Immortal. Посмотрите, МС сейчас от ультралов, он не видел, что Блайв ультралисков именно играет. У МС масс фениксы какие-то, которые от зеленки просто в хламищу развалятся. МС не видел ультралов сейчас, просто на ультралах Блайв должен сейчас МС пробревать. Лимита нормально, овера заказано, новых и новых ультралов. Плюс сейчас делать 10 газов добывается по газу. 1200 практически в минуту, здесь 700 у МС. МС пытается четвертую поставить. Главное, что сейчас вот 200 КБ будет, Блайв не сидеть, а идти вперед. Потому что с его бичевыми грейдами, с одной вот с его стилем без грейдов, ему нужно раньше нападать. Потому что чем дальше просто сидит, тем... Я беру свои слова обратно. Посмотрите на МС. Посмотрите на продакшн. И что же мы видим? Мы видим, что вот она фаржа. А что в ней? А в ней вот что говорит МС. Вот вам они грейды. Так будете драться, и так сильно уже там псионические свои, блин, провидцы. Инопланетяне и так сильные. Зачем на ваш канал? Идет МС вперед, все в стейке очень жестком. Спасибо за премиум. И сегодня просто уже народа немерено на премиум подписалось. Ультралы есть у Блая. Идет вперед с королевами, с вайперами, с муткой. Принимает бой. Вайперы здесь. Зеленка пошла на фениксов. Пошла зеленка. Блин, хорошо там МС, кстати говоря, сейчас дестабилизаторами шварнул. Но зеленка очень хорошо врывается. Караптеры все убивают. Ультралы все сминают вообще в хлам. Коготь пока не готов. Но сейчас скоро будет готов. Призма минус. Все минус здесь у МС. Призму притянул. Да, хорош дестабилизатор. Минус 80-180. Говно. Красавчик Блай. Вот. Молодец. И Блай в плей-офф попадет с такими темпами-то. А кому нужно еще сказать спасибо? Вашему покорному слуге. Почему? Потому что откуда была информация? И как он готовился, а? Не буду говорить как, но догадаться можно. Корейцы друг другу помогают, и мы друг другу должны помогать в этом плане. Захожу далее. Атас, Вейл, ты что-то сегодня просто это, шинкуешь, баблицо, то на Сторке, то на Блае. Да Блай сам знает, что делать, просто... Просто-просто нужно ему было посмотреть, как МС до этого играл. Ну, а я ему и рассказал, собственно. Ну что, следующая игра у нас... так, следующая игра у нас Major против МС, насколько я понимаю, да? Есть такое, да, есть такое. Давайте посмотрим. Вот он мейджор. Кто больше, мейджор или МС? Непонятно. На этой фотке. Ставочки есть на кибете. Кому интересно, делайте вообще их. Коэффициенты сейчас посмотрим мы. МС против мейджора. Ну, мейджор 3.07, МС 1.28, учитывая, что МС тиран, мейджор проц. Ну, я думаю, что МС победит по-любому. Но Блай просто красавчик. Как он МС пробрил, а? Молодец, Блай, плей-офф кибета будет уже точно с Блаем, потому что у Блая, хотя я не знаю, у Блая две победы, кстати говоря, и третья, да, он 100% уже плей-офф попадет, я в этом уверен. А вот мейджору нужно побиться еще за это право. Мейджор МС в какашку. Давайте посмотрим. Я не против, если честно. Если не корейцы, пользователи будут выигрывать корейцев. Пользователь R3B0RN активировал премиум на ваш канал. Сейчас я посмотрю, ребятки, какой последний день, кто у нас будет играть.
Последний день будет Стрэндж и Каз, кстати говоря, играть. У Стрэнджа, мне кажется, тоже еще небольшой шанс пройти. У Стрэнджа, конечно, оппоненты. Бомбер и Сирал завтра. Нет, в воскресенье, прошу прощения, будут. У Каса Мана и Сирал. Ну, будем смотреть. Бомбер Линок зато там на Корее. Ой, жара там корейская. Линок Мана. Да, это последний день. Это воскресенье будет, не пропустите. Премиумов сегодня... Так, сколько премиумов сегодня? Уже 3 еще. Так, 25, 28 человек уже на премиум подписался, ребят. Всем спасибо большое. Сегодня премиумы основная статья прям дохода. Мы просто еще тоже немного через чатик разыграли, естественно. Скоро, кстати говоря, сегодня еще Блай будет еще раз играть. Это будет против Мизу, по-моему, он будет... А, нет, против Мейджера. Вру, кстати, по коэффициентам Блай там тоже не фаворит совсем. Так что вы поняли, что нужно делать, я думаю. Вот, хотя Мейджер тиран, и готовился ли Блай к нему, думаю, что готовился. И уже коэффициент это равные. То есть все поняли, что Блай могет. Жаль, что вчера слился Блай Чапсу на отборочных. Но у Блая еще будет шанс на ЕМ готовиться попасть через ладдер на отборочную. Ему нужно попасть в топ-16 ладдера. И уже там две коды будут разыгрываться. Тем более все это будет онлайн, как бы из дома удобно. Хэпичу завтра нужно проходить, чтобы там не мешать Блаю тоже в этих двух котах, я считаю. Блай ЗВТ слабая. Ну, Блай ЗВТ слабая, он говорил перед Ютермалом. Потом забрив его при этом всем в итоге в этот же день и проиграв просто Процу из ЭВЗ, по-моему. То есть сильные свои матчапы. Так что это тут слабая ЗВТ и АХЗ на самом деле, но насколько там слабая, не слабая. То есть, если Блай может Ютермала выиграть, я думаю, он вполне может и Мейджера шатнуть. Хотя Мейджер, я не спорю, неплохой игрок. Но Мейджер Блай, такая подробность, сейчас я уберу, чтобы вас не обманывать, посмотрю еще сам, потому что у меня есть инфа заранее, как бы, где и что. Сейчас я скажу вам точно. Да, на Европе Блай будет играть с Мейджером, так что думайте сами. Это очень важный момент, то, что Блай будет на Европе с Мейджером играть. Хотя с Америки пинг не очень плохой, но у Блая будет хороший пинг абсолютно точно. Карта карусель, кстати, первая, обратите внимание. Ой, карусель я 1000 лет не видел. Кстати, много на ней играли корейцы. Вот это ТВЗ здесь было обычно такое. Сильно достаточно. Мейджор минку копает, минеральные линии, марики новые-новые строятся. Здесь все раскачивается. Скан на мейн пошел, видит робо, видит твайлайт. Но МС блинк делается, никакие там ни глефы, ничего там. R3B0RN поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помич, твои комменты игры Блая на Дримхаке просто огонь. Таким стример и должен быть с огненным сердцем. Спасибо, Реборн. Как будут наши тащить, так и будут комменты такие. Главное, чтобы фарингит мой прошел уже наконец-таки. Но антибиотики бомблю внутримышечно, поэтому все в порядке, я думаю, будет. Спасибо за поддержку всем, ребят, еще раз. Так. У меня здесь какая-то не та хрень, ребятки. Подождите секундочку. А, нет, все то у меня, все то. Полетел дропчик. Опять подлагивает. Да, понял. Что-то минка не может выстрелить ни по кому. Но ё-моё, смотрите, какая она тупорылая в лотве стала. В ходе таких вот... Такой хрени в ходе реально не было, по-моему. Может, я не прав, но чтобы вот так вот минка... Хотя в ходе подобное что-то было, но мне кажется, что вот она быстрее как-то реагировала все-таки. Так, уберу лишнюю ссылку. Разработка завершена.
Да, чувствую, надо процбу мне, конечно, посильнее взять немножечко, чем у меня сейчас есть. Скоро, походу, будем средства собирать. Ну, кстати, i5 4770, этот мой. Или 4670, по-моему, да, у меня. 4760, надо посмотреть сейчас. Можно поменять на что-нибудь посерьезнее. Чтобы с нуля не покупать, а то сейчас, конечно, с такими курсами дороговато железо брать. Так, полетел либератор вперед. Залетает либератор сейчас. Просто я вижу, что иногда красным он пишет, проседает иногда против из-за 60 FPS просто. Его можно немножко... Не хочу его подразгонять, там ему ничего делать. Ну что, менеджер просто хрень какую-то делает сейчас. Сливает все в итоге. Кстати, Гвардиан сейчас Нексус защищал, обратили внимание? Нексус не падал. Было прикольно, у Нексуса больше хп. Вот если вас атакует Гвардиан, врубайте под Нексусом, он будет ништяк. Так, три пробочки минус, либератор прилетает, 103, 112, мейджора, кстати, лимита больше, стимпак есть, щиты есть, либератор, что он прикрывает-то? Повернулся попой сюда и прикрывает вот здесь, вот, а не сюда, наоборот. Приходит МС, пытается продавить, но у мейджора все нормально, бункер бьется нормально сейчас. На стимпаке выходят марики-мародеры, и мортлы там МС каким-то чудом законтролил, мейджор назад все увозит, бункер чини же, что ж ты делаешь-то? Бункер мейджор не тянет, миллиард филдов, как в старом стиле от МС, миллион филдов, он так вот еще давно в боли тащил просто. Помню, Касса выигрывал, когда Касс был просто невероятно силен и шатал даже корейцев некоторых. Именно на филдах МС и тащил. Мейджор лезет вперед, вот здесь одна пминка стрельнула, пул армия у МС погибла бы, но МС очень четко контролит просто великолепно. И в итоге разваливает. Сканит мейджор, у МС еще и Нексус, это 3, вот в чем прикол. И все преимущество потерял. Так, кстати, про то, что работает на здание или Гвардиан или нет, уже было, была речь. И насколько... Ну, ну сейчас я посмотрю. Давно это было, я уже подзабыл. Пытается мейджор отбиться. Секундочку. Так, все, я здесь. Новые мультики полетели. Здесь ничего не написано. Пользователь Нашанк активировал премиум на ваш канал. Так, 41.53 по лимиту. Пошли либераторы.
113-72 по лимиту. Заходит МС. Нет, это все здесь, мейджор минус. ГГ он пишет. Кей, ты что, против Блая там запиливал, что ли, на МС? Не надо так было делать, надо со мной консультироваться по этому поводу. Ведь Блай же был готов. Блай же был готов. Как минимум, это было рискованно. Лучше было просто воздержаться тогда. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Премиуму все нисколько, это вообще... Так, 1500. 29 человек. Скоро 30-ка еще один премиум будет. А, на Блая все-таки ты. Ну, на Блая это правильно, на Блая это правильно. Пользователь ГОСТ подчеркивание активировал премиум на ваш канал. А вот и 30-й зашел. Спасибо, ГОСТ. Тренером в Тимхаусе. Поаккуратнее нужно выйти. Тренерам это хорошо, конечно, но... Главное, чтобы Тимхаус был, понимаешь, как бы. А и пока такого ничего нету, абсолютно ничего. Так, 30-й, 31-й уже. А, все уже, 31-й, ГОСТ 31-й уже был, оказывается. Ё-моё, сколько премиумов сегодня. 1-0 МС ведет. Мейджор чуть посмотрим, сейчас я кое-что гляну, чтобы самому убедиться, что так. Про Guardian Shield. ASM готов. Да, да, на здание не действует Guardian, просто там марики начали бить по Нексусу и по ХП, ХП с армором, то есть марики не 6, а 5 наносили. ASM готов. Кстати, очень такую подробность интересную считаю. Does not shield friendly ground units on different cliff levels. То есть, если ты снизу, вот на под клифом рубаешь гвардиан, на верхних не будет действовать. Улучшение завершено. И, кстати, когда гидралиски вот так вот когтями грызут вплотную, тоже не действует гвардиан. То есть рейнджовые, которые бьются вплотную, на них гвардиан не работает. На воздух гвардиан работает. Привет всем, ребят. Дехар, кого? Чего старое отправить? Не понял я. Про что ты говоришь? Но здания нет, сказали уже. Ну что, здесь это MC Proxy. Пока я про Guardian выяснял, MC Proxy Stargate делает. Nexus помощку добываться начинает. Идет Мазеркором вперед. Один адепт заходит. Да чё мариками-то боится, я не понял, Мейджор. И куда он хочет свалить сейчас? Некуда бежать, дружок. Взял два марика, отдал. Хоть бы пострелял по этому адепту.
Ведь они сейчас марики хорошо с адептами дерутся. Все в итоге отдают, все в хлам вообще. Бред какой-то, а. Мазеркор, пробка, два адепта, все подходит сюда. У мейджера два марика, посмотрите, два отдал, два осталось марика. Два марика в итоге, четыре еще выходит, рипер и циклон строится. Все, два пилончика от МС, собирается он пробить просто рампу сейчас, и он абсолютно прав. Ему нужно это сделать. Так, Мазеркор помогает адептам. Вот этот пилон наверняка мейджор выбьет, но вот эти пилоны он уже точно не выбьет. Камни захватил просто мейджор, что ты делаешь? Это знаете, как называется? Руки. Краборуки, блин. Камни захватил, это такой просто редкое такое вижу. Мазеркор нужно было, конечно же, захватывать в этой ситуации. Так, врывается Оракул, начинает МС жечь. Что-то большие проблемы здесь, по-моему, у Тирана. Падают депошки, падает реактор. Саплай блока пока нет, но проблем просто гигантские. Продакшена нету. Вот. Оверчаш еще один выставляет сейчас. Нужно минуснуть, не получилось минуснуть циклона. Но все, оверчаш минус в итоге. Пилоны тоже погибнут. Оракул второй готов. МС добавляет гитов. Рифмач пошел, Оракул вдруг готов, МС добавляет гитов. Можно на конкурс выдвигаться. 66 энергии здесь, все, адепт минус, захватил МС. Кровожадный циклон всех мочит, еще один циклон здесь есть. Давар в сталкеров идет, минуточку. Залетает МС, Оракул вместе с адептом пытается циклона забрать. Все, циклон выживет. Куда ты улетаешь-то? Да все, не улетишь-то от циклона. МС тоже вообще как будто не знает, как циклон работает. У меня такое ощущение просто. Все, захват пилонов пошел. Просто сверху там циклоны наваливают. Наваливают марики. Три пилона минус. Саплай блок у МС, правда, не будет. И близко даже не будет саплай блока. Оракулы прилетели, в это время 12 рабочих развалили. Знаешь, зачем туретки-то строить? Убиваю я пилоны, пока мне оракулы все убьют. Давар по очередной адептов от МС идет. Здесь два пилона гейт. То есть МС не собирается вообще уходить отсюда, насколько я вижу. Грелочка просто. Какой же МС чизер? Грязный чизер просто, а? Он чизит вообще... Один чиз провалился, он второй, третий подряд. Все, до конца. Чиз гейминг до конца. Еще со старой школы, еще с Вола так МС делает. И у него работает, между прочим. Так, бункер здесь есть. Если адепты ворвутся, депошка будет открыта. Это будет минус бункер, минус все в итоге. Сверху оракулы прилетят, бункер помогут вскрыть. Заходит иллюзия, просто не реагирует мейджор. Ну что, нужно принимать циклонов. Где оракулы? Оракулы где-то сзади летают. Оракул прилетает, циклоны минус, бункер минус. Все, в итоге минус. Грейда на адептов нет, но этого достаточно и без грейдов. То, что пришло от МС. 2-0 МС, изи просто. Мейджор разнес в хламищу просто на самом деле. Эпичек мейджор, красавчик. Да нет, плохого в этом ничего нету вообще. Плохого ничего нету, какая разница, как ты выигрываешь, хоть бараками из центра, как колдун на ладере раньше. Если ты всех, если ты выиграл близкон, так то почему нет, такая вот, значит ты царь просто. Царь двух бараков. Ну а дальше никого ничего не интересует уже. На Европу надо заходить.
Понятно. Так, кстати, я название стрима не поменял, прошу прощения, сейчас поменяю. Кто не знаю, кто сейчас там у нас бьется. Блай с менеджером бьется сейчас, ребятки, насколько я понимаю. Что же, будет хорошая битва сейчас. Конраш, ну, жены и дочери здесь нету, но слышать нужно все, что вокруг происходит. Вот. M-подчеркивание Кио поддержал ваш канал на сумму 149 рублей ровно. Спасибо за стримы. Спасибо, М-Кио, тебе. Очень приятно. Спасибо всем за поддержку, ребят. Собака гулять ушла. С мамой сейчас придет. Как погуляет. Да и уже чалику поднадоело. 3-2-2 у меня тут в поддержке цифры повскакивают. Поехали, наконец-таки. Ну что, ставочки есть, и Блай ни хрена не фаворит по ставкам был на Кибете, ребятки, помните об этом. Так что это вполне успешная ставка, мне кажется, могла бы быть. Ой-ой, что-то на Блая уже тут, по-моему... Смотрите, как поменялось все конкретно. Главное, чтобы Блай не слил сейчас мейджору. 1.38, 2.67 на мейджора. А буквально недавно Блай был 2, а мейджор там что-то там 1.6. Короче, то ли поменяли коэффициент, то ли Блай сам поменял коэффициент этот, на него запилили, не знаю. Ну, у Блая не лучший матчап за ВТ, тоже вот в чем проблема, конечно. Мистер Джамват, Amazing Gaming. Метрополис, ё-моё, Метрополис, ребяточки, карта, посмотрите. Карта-то какая, вот это старье вообще. Это карта, где в финале каком-то из GSL, MVP, батлкрузерами, с кем он там, со Сквиртлом или кто там был-то, я уже не помню, просто. Какая воронка, какая батлы в воронку, когда архоны туда в воронку просто все влезало. Очень жестко. И Блай, опанца, опанца.
Нет, это не партинг был 100%. Ну, Сквиртл или еще там один был протус какой-то. Второй тоже название на Сквиртла похожее было. Помню, вот этого я уже не могу вам сказать. Овер прилетает. Была это заготовочку, смотрите свою, демонстрирую под мейджора. Но она не только под мейджора, правда, это заготовочка Облая. Вот, так что посмотрим, что из этого выйдет. Так, второй газ, Роуч Ворон пошел. Ну что, королева заказана, мейджор летит вперед рипером. Блин, ну здесь проблема, знаете, в чем? В том, что очень быстро мейджор увидит, что у Блая второй-то баски-то нету. Здесь факта строится, королева у Блая строится. Прилетает, запрыгивает на мейн. Линги не готовы. Вообще линги-то такие поздние, я чуть не понимаю. Видит мейджор, что у Блая ни хрена нету. Запрыгивает на мейн. Где линги? Блая, вот неужели не сконтролить, блин? Две королевы строятся, мейджор там бункера на хайграунде делает. Ну, Блай умеет этот билд переводить, в принципе, в преимущество свое. Вот уже три роуча заказано, вот уже криптумор пошел от королевы. Криптуморы быстро, да, прилетят. Так, прилетает овер, сейчас скрипт начнет распространяться. Нужно уже депошку гнобить начинать, что Блай собирается делать, насколько я понимаю. Подходят роучи, выходят. Реводжеры пока у Блая не морфятся. Вот у нас КСМ-ка стоит, КСМ-ку нужно забрать. Реводжеров три штучки Блайморфит, да пофиг, пусть под бункером будет. Ошибка небольшая, с 5 армора там почти дэмэджа не получают эти яйца. КСМ-очка минус в итоге. Нужно кидать фаербольщики сейчас. На депушку кидает Блай. Одна депушка минус. Саплай блок у мейджора нет, танк делается. Старпорт мейджор зря не строит, без старпорта можно затерпеть. А здесь еще реводжерами минералку можно гнобить снизу, ребятки. Здесь реально минеральную линию можно загнобить снизу. Блачик замеджит и это. Можно зайти сюда и вообще загнобить его всего в хлам. Депошка минус. Саплай блока пока нет. Но это пока нету саплай блока. Заходит Блай. Танк пытается покуснуть. Блин, ну через бункер. Как ты, Блай, так наглую-то лезешь? Ёп, ПРСТ, блин. Так, реводжеры падают сейчас. Блай зашел слишком далеко. Блай, куда ты... Извиняюсь, но это перебор со стороны Блая. Ну зачем так бичево врываться-то? Хотя здесь бункер падает, танков нет. Крип уже сверху на хайграунде. Тут даже при таком раскладе все неплохо. У Блая складывается. Марика фокусит замечательно. КСМ их замучит. Фокусит неплохо. Криптумор отдал, Блай. Зря криптумор отдал. Нужны новые роучи. Новые роучи строятся. Рабочих 14 уже на 21. Мариков пытается Блай фокусить. Нужно ли было Мариков этих фокусить? Так, одного зафокусил. Два реводжера на рампе. Идет сюда у нас товарищ мейджор. Так, танк. Успевает выйти реводжер. Хорош, молодец, Блай. Марик минус. Фаерболы пошли на реактор, на бараке сейчас. Аккуратней, с танком нужно быть. Лингов бы сюда привести было некоторое количество хотя бы. Отконтролил неплохо. Вижен криптумор дает. Я думаю, а как Блай вообще прессует? У него же вижен криптумор дает. Все в порядке. Так, еще фаербол на реактор пошел. Еще реводжер один морфится. Королева новенькая выходит. Танк спускается вниз. Контроль со стороны Блая просто великолепный сейчас. Реводжера лучше не отдавать. КСМ-ки падают. Танков уже две штучки есть у мейджора. Блай уходит вверх королевой. КСМ-ки спускаются. 13-23. Парабам. Хату вторую Блай зря не ставит пока, кстати говоря. Ошибка, как мне кажется, что хату не ставит. Реактор сейчас упадет. Еще роуч строится, еще дроны строятся. Так, криптумор выбил все-таки мейджор в итоге. Блай опасно, кстати, фаерболы кидает. Барак нужно добить. Добей же, Блай, барачек, барачек добивает. Хорош, барак падает, все, без барака мейджор в итоге. Ну, ЦЦшки зато две, мулы новые кидаются. Роучи новые выходят. Здесь у Блай реактор еще забревает в итоге мейджору. Танка два есть. Просто сейчас можно сделать что? Мув овером. Блин, как же Блай поздно хату заказывает. Почему раньше-то не заказал? Ну, ё-моё, говнорипер здесь еще мешает всему. Все, хаты в итоге у Блая не будет. Что ж ты делаешь-то, Блай, ё-моё. Да какие дроны, ё-моё. Лингов, закажи, как-то добить надо. Ну, зачем затягивать-то здесь? Вот реально тянуть, по-моему, нечего. Здесь добивать надо.
Танк улетает уже. Так, здесь Блай тысячу раз новый газ заказывает. Вот реально рампы нету. Очевидно, что же депошки не построят. Закажи ты лингов мувом 20 штук. Прибеги, они забегут сюда в танки, вгрызутся, реводжеры зайдут и развалятся. Блай зачем-то тянет, у него там экономика хорошая у тирана. Тянуть вообще я не вижу смысла. Вот отсюда, кстати, можно депошки выбить, например. Блаю было бы. Но депошки он не пытается выбить. Овера нечем забрать. Камни пробивает Блай. Ну нужно минусовать-то, а камни нужно вот здесь расплодиться, как-то все крипом заплодить Блай. Где криптуморы? Ну вот сюда криптумор нужно ставить. Так, КСМ-ка спускается. Куда она поехала-то? Оверов тут миллиард у Блая. Блай две хаты ставит, лейер делает. В спайр можно выйти, во все что угодно сейчас Блая можно выйти просто, я не знаю. Мейджор там, как, я не знаю, на мэне бомжует. Вот Блай, да, заходит, депошку отсюда начинает. Увидел, что здесь можно подрезать. На две депошки попадает. Не, на одну все-таки попадает. Танк ни хрена не прикрывает. Так, ну одну депошку мейджор вычинит, конечно. Одна догорит. Догорает, саплай блок. Здесь минка спустилась. Куда ты спустилась, минка? Зачем? По королеве разок стрельнуть? Стрельнула, погибла в итоге. Потери. Вообще нормально в пользу Блая потери. Овера нужно уводить Блая понемножечку. Еще фаербольчик на ход Марика. Ну зачем терять-то было? Ну ё-моё. Саплай блок, пожалуйста. Как-то была невнимательна с такими моментами. Вот можно получше как-то было разбираться. Криптумор кулдаунищийся, выживет и спадай, скан спал. Позже. Я даже за криптумор переживаю, черт побери. Спайр у Блая. Хата на второй газ есть, на третий газ будет сейчас. Реводжеры все еще живы. Сканит мейджор. Ну, спайр-то можно было бы сныкать. Вот здесь навряд ли бы он был, стал бы сканить, например, на третьей базе. Вижу, один либератор заказан. Нужно муткой преимущество получать бы здесь, конечно. Инга реводжерами была здесь прессует. Танк отогнал. ЦЦшки нужно не давать сесть. Да не, прохладно так пытаться танк забрать, который на муве идет. Спайр готов. 8 муталисков сейчас можно спокойно заказать, но здесь либераторы строятся. Нужно об этом помнить Блаю. Оверы улетают. 6 муталисков заказано. Саплай блок у Блая. Ну, нужно отдать тогда нахрен юнитов ненужных. Либо делать, я не знаю, оверов наконец-то Блаю. 3 овера заказано. Ну, что за втыки такие дешевые? Атака на мутку пошла. Либераторы что у нас? Где они вообще? Один есть, второй сейчас будет готов. Да это смешно вообще. Не знаю, когда Блай возьмет, так все вообще четко, сверх четко было. А сейчас вот как-то Блай наотдавался, и в итоге не настолько все сверх прямо четко. Так, реводжеры рядом. Будет новая мутка-то еще. Да, еще 3 муталиска заказывает Блай. Все, залетать. Реактор минусовать. Все здесь минусовать. Даже туретку мою. Какой жадный, а, мейджор? Даже туретку на мэйне ни одну не построил. Зачем? Почему так-то? Так, еще 2 либератора заказано. 6 муталисков еще Блай строит. Если Блай сейчас муту всю в хламках сольет... Хотя здесь настолько экономика жесткая, что уже, наверное, тяжело будет отдаться как-то Блаю. Так, муталиски на мэйн еще раз залетает. Туретка как не строилась, что-то так и не строится. Еще так, 3 КСМ-ки сбривает Блай с газа, улетает. Можно муту сплетануть немножечко, да, реведжеров убить те же. Либераторов, простите. Зря Блай, кстати, делает атаку мутки. Если он хочет масить, надо было армор первым против либераторов делать. Это 100% расклад. На мейн туретка падает, муталисков ну слишком много, ну 4 либератора у мейджора. Может сплетануться, нормально принять и бой с ними. Блай вообще никак. Ну куда ты в стеки-то полетел, Блай? Ну что ж ты делал? 7 муталисков еще заказано. Ну армор, конечно, армор нужно было делать против такой хрени. Мейджор уже по центру ходит. 11 роущий Блай заказ. Муталиски разваливаются. Здесь овер... Ё-моё!
Сейчас еще менеджер, давайте выход сделать какой-нибудь успешный, я не знаю. Так, либератор минус один, второй живет, мутка вся демеджная в мясо. 16 муталисков, да в размен идти здесь по одной туретке на каждой базе. Нахрена Блайвлоп хочет драться, не понимаю. Стимпак готов у менеджера. Ну все, на клике принимаем бой, либераторы пока не раскладываются. Ручи заходят, релоджеры заходят, королевы заходят, муталиски где-то сзади, вот они сейчас только прилетят. Нужно ловить все, муталиски все ловят, либератор на развороте дал залп. Гэппишет мейджор, 1-0 Блай, хорош вообще. Конечно, переживал. Тут надо увереннее было брать, я думаю. Как тут не переживать? Ну что, вторая игра. Гейл пишет Блай, сумеречные башни. Вот карта стандартная в этот раз. Более-менее. Ну что, хата стандартная у Блая. Пулгаз дома. Так, по времени-то что у нас там? 15:43. Здесь через Рипера играет у нас. Кстати, как-то вот по-старому мейджор, я бы сказал, играет. Уже так вот через одного Рипера даже ТВЗ редко играют. Хотя не Хэппи так играет. Но как-то больше все какие-то другие билды я вижу.
Хоррор-артист. Название стрима читаю. А, хотя я название переименовал. Ну, там в описании название не переименовывал я. Так, что-то Рипер кидает, пытается королеву подэмэджить. Мейджор Блай уворачивает постоянно. Скоро муфлингом будет готов. Третьей хаты пока у Блая нет, но Блай и играет без третьей хаты билдами, кстати говоря. Второй газ на второй базе пошел. Интересный, кстати, момент такой со вторым газом. Газ есть, но Блай его чуть пока не добывает. Как ни странно, вот дронов берет. Без минералов даже все туда поехали. Пытается Рипера поймать. Рипера поймать не получается. Так, Рипер минус. Гелиончики контролят. Блай Крип вперед распространяет. Ну, стандартный его билд. Спайр пошел, ставится Спайр. Третий ЦЦшка, мы же стимпак. Бараки. Инженерок пока нет, с грейды не делается. Но у Блая тоже по этому билду грейды очень поздние обычно. Так, линги зачем-то под либератора прилетают. Два дрона минуснул сейчас мейджор. Но больше, я думаю, не минуснет. Не, ну если так Блай тупить будет, то минуснет. Но это... Ой, как развел! Просто какой дешеврес вообще? Какой дешеврес, Блай? Что ты делаешь, а? 14 дронов на ровном месте. Просто вообще... Либератор Гелиона просто пришел, мейджора убил. Сюда Либератор, сюда Гелиона. Элементарнейший мультитаск, просто элементарнейший. Еще и под Либератора ушел. Еще и Гелионов не принять. Муталиский закан. Третий как не было, так и нету было. А какие третий, к черту? 32 дрона осталось. Это ГГ, это 1-1 скорее всего. Ну ладно, пока вперед забегать не будем. Блай бывает, вытаскивает, конечно, игры очень жесткие какие-то, но... Здесь у меня большие сомнения. Муталис за секунду до появления еще один в коконе погиб. Так, здесь Либератор висит. Нужно убивать его наконец-таки. Муталис вылетает, начинает прессовать. Здесь два Муталиска полетели. Ну а что? Ну, что тут Блай уже может сделать? Муталиска протрансюзил. Здесь уже просто у тирана все вообще идеально в этой игре. Туретки везде есть, марики со стимом, третья ЗС-шка, по не, это вообще дичь, вообще как Блай сейчас сам развелся, даже мейджор особо его и не разводил. Блай начинает тащить пытаться, вижу закопку делает сейчас, Блай, зачем ему закопка? Какой-то врыв делать, не знаю. Муталисками подхарасил, 4 КСМ-ки забрал. Мейджор там небольшой выход вперед делает Блаю. Кстати говоря, у Блая кроме мутки вообще ничего нет, поэтому этим выходом мейджор, скорее всего, если Блай ничего не закажет, вообще убьет его. Бейлинг-бомбу Блай хочет сделать, чтобы тащить. 2 овера минус, даже 3 может быть минус, саплай-блок будет. Да, 3 овера минус, это жесть какая-то. Так, Блай пытается мутки тут подразводить, медиваки позабрать. Пролетает мимо мейджора, трансюзы пошли, королева плюс мутка. 4 королевы, мутку. Ну, кстати, вот этими-то, от этой-то армии можно подраться. Ну, Блай ждет лингов, с лингами решил. Королева, линга, мутка. Такие вот дела. Мутку Блай не трансюзит. Ну, отбивает этот выход практически без потерь, но особо-то Блай это ничего не дает.
Так, заковка делается Бэйном сейчас. Сейчас выходы новые пойдут, нужно копаться было и пытаться вот на этом моменте как-то тащить. Но самое печальное, что он даже третью пока не занимает базу. Так. Хорошо, Блайк обкопался с разных сторон. Ну, здесь двойной дроп на мейн полетел. На мейне это вообще ничем встретить. Да, прилетает дроп 131 на 83. Да нет, это 100% ГГ Блайву. 100% ГГ. Я здесь уже ничего не сделаю. Здесь даже дроп-то тяжело отбить. Fire Mage пробивает, Блай там минки пробивает. Еще один выход от Mage уже идет. Но этот, конечно, дроп Блай отобьет. Но этот только дроп вообще двойной. Ну тут, конечно, Блай пока тянет, не сдается. Но я думаю, что даже Бэйн, даже если он всю вот эту армию взорвет, тут такая экономика, что у Блая просто нечем его законтрить. И одиночный дропщик летит на мейн, даже с одиночным дропщиком проблемы у Блая возникнут. Чуть тут пытается муткой подшатать Блай, ну ни хрена не получится. Здесь уже либератором атака пошла. Ходит же мейджор по Беллинг-бомбам. Хорош. Мариков хорошо взорвалась, конечно, сейчас. Ну вот одинарный дроп, этот просто 7 дронов в итоге Блая пробревает. Ну 111-170, как ни крути. По грейдам здесь, ну по всему мейджор опережает. Сейчас, кстати, вот если бы здесь пошел, можно бы еще кучу было бы взорвать хорошую. Сканит мейджор, Блая Беллинг-бомба здесь прям закопана. Блая перекапывается чуть дальше. Приходит Марик, но мейджор не тупой, чтобы вот так вот развестись просто нелепо. Конечно, он зайдет и будет напрягать. Вот он заходит, минка копается, сканит мейджор. Ну да, это было бы перебор, если бы мейджор прямо вот пришел бы, просканив, и еще и здесь взорвался бы. Дропщик на мейн залетает, 125-192, Блай еще до 125 лимит каким-то чудом тут отстроил, что самое интересное. Залетает Блай, либераторы минус, но слишком много либераторов, часть либераторов минус, я бы сказал. Здесь дропщик все еще летает, шатает, мутку либераторами сливает мейджор, флам, причем гэп еще, Блай. 1-1. Заходим. Третья решающая будет сейчас игра. Контр для либератора муту. Глупый вопрос, и смайлик фейспалма себе ты должен поставить еще.
через запятую глупый вопрос. И без знака вопроса. Как-то так. Поехали. Один-один Ульрена, кстати, карта. Любит Блай Ульрену, но если Блай откровенно будет какую-то, ну, такую сверхраннюю агрессию делать, от него уже все ее ждут. Поэтому, я думаю, нужно как-то понадежнее Блай здесь сыграть все-таки. Вот, хотя, посмотрим, ждет ли Мейджор. Мейджор просто еще тоже с Америки на Европе играет. Но видно, что у него пинг совсем маленький. Он как бы вполне прилично контролит, как бы успевает все сделать. Хотя Мейджор, он мексиканец, но я не знаю, живет ли он в Америке или в Мексике, хз, как бы без понятия. Какой там у него интернет, сколько пинг у него. Да что ты говоришь? Нет границ, ну-ну. Не надо позориться тут, пожалуйста. Так, прилетает овер. ЦЦшка пошла. Да, Блай, посмотрите, Блай Роуч Ворон делает сверхрань. Нужно отменять нахрен вообще. Я не вижу смысла его достраивать даже здесь. Неужели Блай так в тупую будет сейчас Роуч каких-то делать? То есть Блай не хочет плей-офф, что ли, этого турнира, я не понимаю, или что? Забегают два линга, бункер пытается Мейджор построить. Правильно, конечно, а как против Роучи ему быть? Бункер обязательно должен быть. Но Роучи придут до факты по-любому, как можно зайти. Еще овер умудрился отдать сейчас, но это совсем перебор. Три роуча заходят, прям под мариков. Так, один марик живой, два там сидят в бункере. Что ж ты делаешь-то, Блай? Ну, ёп, красоты, а? Нужно депошку убивать, что-то Блай гоняется. Тут марика пытается убить, марика не убил, этот марик так там еле-еле до бункера добежал. Реводжер запиливается сейчас Блая. Так, Мейджор пытается Роуч убить. Нужно Блая минусовать, ваншотить, я бы сказал, даже Мариков, что он и делает сейчас. Фаербол пошел. Еще один Марик. Все, в бункере никого нету. Танк строится, конечно, но Блай хорошо все делает здесь. Да куда ты по... Блай вообще, что тут, что он делает сейчас? Объясните мне. За рабочими гоняться давай, да? Ну хорошо. Здесь просто ничего нету абсолютно. Заходи, убивай. Блай гонится за рабочими. Танк готов, все, пора сваливать. Короче, ну по экономике Блай неплохую ситуацию сейчас все вывел. Я бы даже на месте был, хотя нет, здесь Старпорт будет скоро готов. Я не знаю, будет Спайр это или же Нидус. Вопрос хороший.
Так, ну не знаю, пока Блай, по-моему, удачно вполне эту карту может отдать сейчас, потому что Спайр строится будет 70 секунд. У Блая что есть? У Блая 3 Роуча и Рейлоджера, 2 королевы, у Мейджера 11 мариков и 2 танка. И Мейджер идет вперед, естественно, что ему сидеть-то? Ну вот 8 лингов Блая, то, что строит, конечно, положительный момент, и то, что Му будет через 10 секунд готов, тоже безусловно положительный момент. Роуч минус, не успел уйти чертяга. На 18 хп свалил. 20 лингов Блай закат. Еще криптумор минус. Вот, смотрите, мейджор пришел, и что? Блай спускается реводжерами. Фаерболы по танкам нужно кидать. Мейджор законтраливает вот эти танки. Марики что-то отдаются. Королевы отдаются. Ну вот, пожалуйста, Блай берет. И вот сейчас вот вы говорите. Конечно, Блай еще слиться может. Ой-ой, как еще? Нужно врываться лингами. Танки нужно как-то подгрызать. Мариков нужно подгрызать. Королева падает. Танк один падает, но второй, правда, жить будет некоторое время. Мейджор говнюк, а какой? Пинг-то у него вообще замечательный, контролит вообще хорошо. Даже Блай ничего сделать не может. Блай контратакует, кстати, достаточно много лингов, плюс реводжера есть. Забегает, танк под ударом получает здесь. Фаербула на депошке, в саплай-блок можно сделать, но не надо так-то отдавать все. Укусит, кстати, реводжеров мейджор, молодец. Ну, 8 муталисков заказывает Блай сейчас. И что у мейджора есть? Один викинг, 2 марика. Мейджор не готов к муталискам. Сейчас у него нету здания под названием инженерка. Он не может туретки запилить. Ну, правда, 2 либератора он сейчас заказывает. Но мутка-то уже в пути. И мейджор сливает викинга. Мутка двигается вперед. Здесь ни хрена нет на второй базе, ни хрена нет на мэне. Судя по всему, все-таки 2-1. Фу, Блай... Опять валидольчик какой-то устраивают. Танк еле живет. Медивак падает. Нет, медивак не падает, но танк зато падает. Блай убивает все. Сейчас либераторов зафокусит в итоге. Глейвом забрала медивак. Либератор тоже минус. Красота. И второй либератор минус. Ну все, Блай точно будет в плей-оффе. Он всех своих оппонентов на групповой стадии победил. 4-0 он набрал по матчам, по картам. Там я не могу вам точно сказать, сколько там чего было. Про партинга что слышно? Не знаю, ничего вроде не слышно. А что партинг-то?
Паком и Кейком. С Паком и Кейком, я думаю, что Кейк фаворит, безусловно, потому что Европа, во-первых. Хотя у американцев, я вижу, пинга немного. Что за карта? Звездная станция? Что за звездная станция? Забыл я. А, все, помню звездную станцию. Так, давайте заглянем на кибетиц. Ну что, пак против фаеркик? 3.13 на пака, фаеркик, ну 1.20. Да нет, конечно, на пака заманчивый. В принципе, пак неплохой игрок, но фаеркик в последнее время вообще разрывает. А учитывая, что сильвер европейский, я думаю, фаеркик здесь абсолютно точный фаворит. Мизу там вообще, ну с Мизу-то там очевидно фаеркик, да, там как бы будет тащить. Вот. Так, давайте посмотрим. Сейчас я быстренько вам поставлю. Посмотрите вообще. Хоть графику. Вот так вот. Ну, коэффициенты уже сильно поменялись. На FireKick хороший был. Да, кстати, помните, что группа ВКонтакте сделана у меня. Теперь буду стараться туда новые анонсы какие-то добавлять. Вот. Точнее, не на анонсы, а писать заранее, когда стримы будут примерно. Вот. Какую-то инфу. Так, меняем захват. Что-то там машина какая-то идет, да? А, Мизу, картинка, да, у меня не та действительно. Сейчас картинку покажу вам нужную. Мизу, ё-моё. Перепоменяли что-то все местами.
Мизупак, Мизу Файркейк. Где Мизу Файркейк? Файркейк. Мизу Файркейк. Где вообще есть такое? Есть такое, да. Вот, Мизу Файркейк. Ну, тут сверхжесткие коэффициенты, конечно. Короче, вы поняли, что Мизу сверх не фаворит. Да и фаеркика проблем с тиранами нету. Хэппи сирал, конечно, хэппи. Завтра будем за хэппи болеть. Сетка, в принципе, неплохая. У него зерги там появились. Да слушай, Аверс, я хз, как бы, стоит ли стоять, я не знаю, там хэппи, по-моему, вообще, как там по коэффициентам-то вообще? Есть на кейбете, например, сейчас посмотрю. На кейбете хэппи вообще ни хрена не фаворит, посмотрите. 2.27, 1.54. Очень заманчиво, по-моему, реально. Это касаемо завтрашнего ВЦС. Ну, не знаю. Я, во-первых, хэппи сирала уже проблевал недавно. Было, по-моему, в предыдущей неделе, первой отборочных, что ли, как бы. Я помню такую. Во-вторых, хэппи нормально, все с зергами, в принципе. Прилетел Мизу Рипером, немножечко подконтролил, прохарасил. Кросс респы у нас. Кстати, на этой карте, по-моему, только кроссы есть. Но я помню, вот эта карта такая интересная была, на самом деле. ПВТ, особенно вот открытая такая, мне нравилось как бы играть. Но... ТВЗ, вот этот вопрос уже. Ну, Файркей, конечно, сейчас очень силен в последнее время. Я думаю, навряд ли что-то с ним сможет сделать у нас Мизу. Риперончик минус. Потерян. Ну, тут один рипер, собственно, и потерян. Был фактически что-то еще там отменено, да. Внизу тут стеночки делает. Третьей ЦСшки пока нет. Три барака. Одна лаба, один реактор, один вообще без пристроек. Кстати, это ранняя агрессия от Мизу будет, обратите внимание. Это пару танков, видимо, пару медиваков, плюс выход с био. И щиты будут доделываться еще. Но Мизу тут немножечко с депошками как-то не то, что тыкает, ему побыстрее бы их строить надо. А тут саплай-блоки получаются.
Ну да, фаеркейк бывает, просто так ливает, конечно. Посмотрим, что будет здесь. Мизу выдвигается вперед. А как фаеркейк отбиваться сейчас будет? Тут у меня вопрос возникает резонный. Фаеркейку вообще нечем отбиваться. 13 роущий заказано сейчас. По лимиту тут только с дозаказом вперед фаеркейк вышел. У него фактически линги и королевы. Все, больше ничего нету. Щиты у Мизу делаются, скан пошел. Но пока Мизу тут с крипом будет разбираться, я думаю, фаеркейк успеет немножко отстроиться. Добавить реводжеров побольше. Кстати, у него уже есть и лейер, но роучи муф он не делает зря. У него спайр есть. Две плеточки так хорошо у фаеркейк поставлено. В общем, фаеркейк выдержал, по сути дела, этот врыв. Хотя мува он не делает, но он сейчас муткой. Либо он разводить будет муткой, либо он будет пытаться сбить медивайк. Вот это хороший вопрос. Привет, разведчик. Не только сегодня, но и вчера я так уже стримлю. Пошла атака, щиты мариком не готовы у Мизу. И фаеркейк сминает его сейчас в хлам. Муталиски где-то... Где они вообще? Вот они летят тоже вперед. Чуть по фаерболу он по своим не прошелся фаеркик. Можно роучить, протрансюзить. Королев энергии достаточно много. Вон два таких тут. Даже три роуча. Этот, где вообще он? А, вот он третий ходит. Ну что, мутка летит вперед. 6 штук. Туретка. А, туретки добавляются этими. Зуб, смотрите-ка. Мутку спалил и сразу туретки добавил. Ну, молодец, что так сделал. Королева танкует здесь. Не очень хорошо это было со стороны Мизу. Так, уходит он на фаербола, пока не попадает. Вот почему фаеркик мася землю сейчас муф роучем не делал? Только сейчас заказал муф. Ну, вот танк словил фаеркик. Уже неплохо. Танчик на приросте выбит. Можно на мейн попытаться. В раз здесь встретится сэшка морфится. Ну, два барака добавляется, пожалуйста. Можно продакшн зданий новых сбить. Так, криптуморы новые фаеркик запиливают. Мизу сканет, криптуморы пока живут, но пока сейчас он погибнет, этот криптумор, конечно. Мутка где? Мутка, она висит в центре где-то. Точку сбора Мизу дома оставил, больше не прессует. Фаеркик вот пошел врыв сейчас. Мариков фаеркик сбривает, не слабо на самом деле. Прилетает мутка сзади, танки пытаются Мизу, фаеркик, простите, фокусить. Танки фокусит, еще и медиваки падают. Чуть-чуть по своим фаерболам бы сейчас и прошелся бы у нас фаеркик. Мутка нагоняет, еще медивак минус. Так, пытается мариками сейчас убить мутку у нас внизу, но ничего не получает. 90-121, кстати, марики полудохлые, сейчас стим кончится. А стим, как они долго пронаркоманились, надолго. Хороший стимпак был, далеко бежали. 10 дронов, еще 4 уже готово у фаеркейка. Муталисков построил 8 штук, 15 штук в итоге мутки, плюс 1 на мутку, муф наземный будет готов, можно эволюшнах что-то заказать, какие-то грейды, и вижу Беллинг Нест. Фаеркик Мизду на ровном месте ловит. Два медивака с двумя танками и третий танк по земле, который ехал минус. В итоге Мизду остается с одним танком со 105 лимита. У Фаеркик 157, только сказок не надо нам про потерянную мутку рассказывать. Мы и так все знаем. Так, залетает Фаеркик на третью. Туреточку будет прессовать. Да, прессуют. Здесь КСМ-ки отчинили. Понял Фаеркик, что не надо здесь ломиться. У Мизу как-то все стоит на мейне. Кривые точки сбора. Все везде тупит. Нужно улететь отсюда.
Так, подбегают линги. Мутки реально много уже стало. И свичнулся, кстати говоря, фаеркик в милишный стиль, то есть в линга беллинга ультрала в перспективе. Криптуморов все больше и больше. Кстати, какой АПМ? Ни хрена себе у фаеркика. 321 средний АПМ. Раньше у фаеркика 170 еле-еле был. То есть фаеркик очень сильно апнулся сейчас по левелу. Реально, последний вот фаеркик начал только в конце ходса тащить, как бы серьезно, а в лопе он вообще стал, вышел в топы. Молодец, значит, может быть, раньше недостаточно много внимания и времени игре уделял. В итоге сейчас трештак. Муталиским еще неплохо пробревает здесь. Тор здесь есть, эти грямарики. Пошел в атаку фаеркик. Роучи, линги, беллинги, все заходит. 1-1, грейдов дождался, в итоге 1-1, в 1-1. Сбривает все подчистую сейчас, только муталиски что-то тут отдаются. Беллинги куда побежали? Беллинги всех рабочих на третью убили, бункер убили. Ну, можно было, конечно, армию убить внизу, но он понимает так и так, что ГГ, поэтому 1-0 фаеркик. И счетчик АПМ, да, поменялся. Но все равно не такая гигантская разница была, как ни крути. Подустал я что-то, ребят. Сейчас ты у меня будешь в штанах узких. И в гордом одиночестве молчать. Что, время 20:24, сколько это, 8 часов стрим идет уже. Ну, GSL сегодня был, сейчас, соответственно, вы видите, что идет у нас... Идет у нас Keep Bet Race Wars, сегодня там есть еще один ивент, Клан Вара, и там, кстати говоря, даже играет команда Каскады. CSC, то есть там Strange может играть, будет еще кто-то, не знаю, из наших. Ну, у меня... А, уже начался, кстати. Уже началось. У меня реально сил сейчас нету, как бы, на эти кланвары. Потому что завтра будет, во-первых, в час дня начала турнира от Кэтса, где Блай будет, во-первых, играть. Во-вторых, завтра будет в 20:00, или я не помню, а сколько там начало. Завтра будет ВЦС еще. Финал, где будет биться Хэпич.
И это, безусловно, нужно смотреть. Обратите внимание, что сейчас делает Тиран. Файеркик вообще, кстати, без разведки играет. Тиран играет в риперов. Файеркик не делает почему-то мув сейчас линком. Он не понимает, что происходит, походу, да, или что. Куда-то газ Файеркик копит. То есть он роуч, ворон хочет сказать, роуч, шлеп. Я пока, честно говоря, не могу понять, что именно хочет Файеркик сделать. Но уже королева деможенная становится. Нужно аккуратненько. Криптумор нужен. 300-200 накопил. Для чего? Не понимаю пока, для чего 300-200 Файеркик накопил. Криптумор ставит, чтобы соединить вторую базу с мейном. Ну все, уже три рипера сейчас будет здесь. И как Файеркик без роуч ворона, без лингов мув? Может, он затупил, просто забыл мув заказать и сейчас не видит этого до сих пор? Я не понимаю, ребята, честно. Шатает и шатает. Лейер Роуч Ворон делает Файеркик. Он собирается Нидус, насколько я понимаю, запилить Мезду. Но Мезду-то тут уже расконтролил. Одну королеву забрал. Сейчас еще одну заберет. Блин, как он, смотрите, хорошо риперами улетает. В итоге сейчас все вот эти отрегенятся. И можно будет уже шатать. Ну, что-то спешит Мезду, я считаю. Вперед, вот минус рипер. Ну, это бичарня. Реально бичарня, как это делать. Ну, стоят те. Вот второго демеджного потерял. Просто красавец, блин. Те дают время ожить просто. Постой, оживи, прилети тремя, пятью зелеными. Вообще в хлам бы развалил бы. Хотя и так даже в хлам развалит. Но было бы еще жестче его на самом деле. Может, боялся, что роуч его тут, не знаю. Все, готов лейер. Нидус надо впиливать, наверное, тогда. Потому что я не вижу сейчас варианта для Файеркик, кроме как Нидус. Или для чего лейер-то ему? Да, пошел Нидус. 48-35 по лимиту. Если здесь что-нибудь поближе-то. Оверов даже ни одного близко нету. А, оверсир будет, нахрен овер. С Нидусом не нужен овер, с Нидусом нужен оверсир. Прилетает Мизу. Файеркик видит, где Мизу стоит. Оверсир врывается. Все, сейчас Нидус сюда пойдет. Здесь нет ничего у Тирана просто. Прилетает Файеркик, и Нидус пошел, Мизу домой полетел. Если риперами, кстати, под Нидус успеет прилететь и гранатки кинуть, есть шанс отбиться, но он не успевает прилететь, кстати, гранатки кинуть, я вам так скажу. Королев нужно высаживать первыми, естественно. Так, королева пошли, трансфьюз нужен у Нидуса. Все, гранаты не успел прилететь кинуть. Трансфьюза в Нидус на самом деле оказалось, что не нужно, потому что Файеркик очень четко за этим моментом следил. Если бы нужен был бы, он затрансфьюзил бы. Два-ноль, Файеркик, физик, ГВП. Ну, раз риперами чизит, почему к Нидусам не ответить, как бы вполне адекватный ответ. Сейчас Файеркик пак будет, я насколько понимаю, последняя игра на сегодня. Не понял. Алекс говорит, идем на Enough, пак Файеркик. А, это американский сервер. Блин, ребят, я вас обманул. Я Мизу Файеркик смотрел. Сервер-то у нас на самом деле американский будет на пак Файеркик. Но я думаю, что из Франции нормальный пинг на Америке. Блин, а как я реально настолько устал, что я не туда смотрю. Я прошу прощения. Пять дней подряд стримов, это тяжело на самом деле, таких жестких.
больше 8 часов каждый вообще будет за 5 дней. Фух, еще и в 6 утра. Ждем хост. Что у нас по коэффициентам творится? Вижу, что на фаеркика много кто впилил по ходу дела. На... Да-да-да. 3.25 уже, но я думаю, что и на американском сервере фаеркик фаворит, как ни крути. Но если бы они на Европе играли, конечно, лучше было. Это было бы. Ну, посмотрим, посмотрим, что у нас пак сможет сделать. Чё-то фаеркик не идет. Точнее, как-то прям очень долго он идет. Короче, Алекс пишет, что последний игровой день групповой будет воскресенье в 16 по европейскому, то есть 18.00 по нашему времени, по московскому. Вот. И Firekick получит победу сейчас техническую, если Пак не придет сюда. Пак почему-то не пришел. Пак сказал, примерно 18.40 придет, то есть через 4 минуты, ну максимум будем его 14 минут наждать, и тех поражения потом будет ему, если он не придет. Но у него, я понимаю, шансов особо нет уже.
Ну, давайте пока, знаете что? Давайте посмотрим пока, что завтра будет происходить тогда. А завтра у нас будет Kings of the Craft, во-первых. Во-вторых, ВЦС завтра будет. Кстати, если... А, хотя давайте-ка... Да, в 8 часов ВЦС завтра будет начинаться. Что так поздно-то, в субботу? Короче, завтра вот этот вот турнир от Кэтса, Рут Кэтса. Здесь Блай у нас бьется, я насколько понимаю, это все одновременно будет стартовать. И я не знаю, до конца ли все это будет проходить или нет. Чуть пока бабло не распределено, правда, две штуки баксов здесь призовой. Чить Дрогах Ян, Снют Кюр, Блай с Рогом будет биться в первом туре. Конечно, оппонент, что нужно, попадается такой очень сильный Блай оппонент. Ну, будем смотреть, полки ложу здесь, тут дальше интересно тоже будет. Лоу Гидра, Вортик здесь с Риангом бьется, кстати, посмотрим. Марин Лорд МС, Сос Нерчо. Сос Нерчо, кстати. Сос даже в этом турнире играет. Короче, интересный достаточно турнир. Это будет днем, он в 13.00 по московскому времени, насколько я понимаю, начинается. Ну а вечером посмотрим мы в 20.00 что? Великолепный турнир с Императором. И вот сеточку, в какую он попадает, с лузерами этого ЦС будет. Зеркксерал сначала, потом Занстер Суртов, это тоже ЗВЗ, то есть если Хэппи пройдет дальше, то тоже Зерк будет. Но если он выиграет двух Зерков подряд, то попадет на АЕМ, готовится уже абсолютно точно. Я надеюсь на это, если честно, очень сильно. Вот такой вот завтра распорядок дня будет. Но, возможно, между вот этим турниром, так как он рано начинается, и ВЦС, будет пауза. Почему? Потому что этот раньше может кончиться. Хотя, если он целиком в один день будет проходить, то тогда... А, здесь еще и Б5, все оказывается. То тогда, может быть, он долго будет проходить. Я пока, честно говоря, не знаю, как вот здесь будут дела обстоять. Посмотрим. Вот такие вот пироги, ребятки. Сеточку на что тебе дать? Ребел, привет, 33. Сейчас там, погодите, сеточку. Вот на турнир сеточка от Кэтса, где Блай участвует. А вот на отборке ВЦС сеточка. Пользователь Силокибер активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Силоцибер.
Пак пришел, отлично. Значит, все-таки матч состоится. Не заштаребил. Помните, что группа ВКонтакте теперь есть. Можете вступать в нее. Там будут какие-то анонсы. Ну, не анонсы, я буду, да, писать, когда стрим будет следующий. Блай 2-0, да, выиграл. Ну что, Firekey готов? Так. Ну что, долго ждем, что-то прям. Что-то пак там тупорезит маленько, честно говоря. Какое, сколько там время-то в США вообще?
Там утро, наверное, сейчас или сколько? Или ночь уже наоборот. КЗ. Так, все здесь. А Firekick-то здесь вообще? Ноль-ноль, Firekick против Пака. Многие мне советовали Firekick ставить, потому что он сейчас силен. Ну, давайте посмотрим, настолько ли силен Firekick сейчас действительно. Фу, реально, как я устал, блин. Что-то прям неожиданно навалилось так. Ну, неделя жесткая была, конечно, это 5 дней. Понедельник, вторник, ИМ. Тайбэй в 6 утра два раза вставал, стримил ИМ. Потом Пролига, то есть тут тоже долгие стримы были с 6 утра часов по 8. Среда, четверг, GSL, Старлига и отборочные ВЦС по вечерам. Ну а пятница сегодня GSL и игра без перерыва, и соответственно, и Bad Race Wars. Тоже уже стрим идет около 8,5 часов примерно. Игра возобновлена. Как я Ельцина навалилась? Не, я не муха-жук, дружок. Пока еще я не муха-жук. Я буду здесь до победного конца. И завтра тоже будет, между прочим, стрим. Еще, наверное, самый долгий за неделю. 13.00, я так понимаю, там от Кэтса начинается. Вот, а потом... 20.00 ВЦС за Хэпча будем болеть, потому что он может в Катовицу пройти первым из наших. Чебаев, к сожалению, упустил эту возможность. Так, прошу прощения. Вернулся я сейчас на премиум сегодня подписавшихся. Так, тысяч, погодите-ка, посчитать-то надо. 19, 30, 32 человека уже на премию все подписалось. Ну что, третья хата у Firekick почти готова. Три хаты пул билд с газом халявным у Firekick. Здесь, так, здесь Nexus первый, кстати, был вот Пака. Конечно, завтра хэппи, ребят. Мув пошел у Firekick'а, 16 дронов на мейне, уже 10 на второй, третью надо начинать немножечко раскачивать, первый дрончик на третью вылупляется сейчас. Два линга, вижу, две королевы, третий король... А, погодите, королева уже одна готова, что ли? Нет, на мейне вообще королева нет. Странно, Firekick пишет королеву позднюю. Здесь вот по билду с поздней королевой у него получается все. Здесь у нас Мазерхор строится, пилончики пока... А, нет, вот один пилончик уже у Пака есть, сейчас застройщик будет адептов вперед вывозит. Тут Блая постоянно два адепта напрягают, вот таких вот от Протуса. И Firekick'а сейчас напрягут. Почему? Потому что у него два линга. Все, больше ни хрена нет. Ну неужели непонятно, что просто по билду даже через Никсус адептов вначале строят? Сейчас он придет и... Ой, как рабочие терпеть. Сейчас начнут Firekick, Firekick. Уводи дронов. Увел дронов, пока никто не погиб. 6 лингов заказано. Но дроны все равно сейчас погибать начнут. Как ты ни крути, просто адепты не могут не забрать дронов. Они такие. На третью базу адепты врываются.
Линга все больше и больше. Хорошо, хоть мув ранее. Да и с тремя дронами сейчас фаеркик отделается. Для него идеальный расклад, наверное, будет. Десять дронов строятся. Угу, фак делает чарш. Чарш, кстати, достаточно ранний. Чарш робот, то есть, возможно, это врыв с зелками с призмой будет. Гейтов, ой-ой-ой, добавь 9 гейтов со стороны пака будет сейчас. Готов ли будет фаеркик? 12 дронов еще. Вот фаеркик, роуч урон у него есть. Ему бы запилить бы сейчас бы... Понять бы, что происходит, чтобы роучи начать пилить. Потому что если он роучи вовремя не будет заказывать, зелки, конечно, просто жо... Кстати, это билд паковский, я помню этот билд паковский. Он сильный такой. Фаеркик четвертую хат ставит. Кажется, фаеркик вообще не понимает, что происходит сейчас. И зря он не понимает, где у него овер ближайший. Вот у него овер ближайший здесь висит, он не разведал в итоге. Долина кактусов. Карты, кстати, это старые карты у нас тут. Зелков вообще не показывает сейчас у нас пак. 62-53 паравам. Парабам-то все неплохо. 4 роуч первых фаеркик делает. Дронов. Как же он халявит аски сейчас? Ё-моё. Оверсир морфится. Призма пролетает мимо оверсира. Но так, вот увидит ли фаеркик? Вот призма опять полетела. Оверсир сейчас доделается. Опа, призма полетела. Спалил в ту же секунду, как полетела. 3 реведжера делается. 4 роуч еще. Так, видит, что бустится в... Нужно роучи, масс роучи заказывать сейчас фаеркик. Понимает ли он это? Да, 7 роучи пошло. 111-86 по лимиту. 3 зелка, 4 зелка на мейн прилетают со стороны пака. Дропаются. Они уже с чажем. Королева моментально минус. Смотрите, один прыгнул туда и сразу в призму залез. Вот это да. Ну, хорош, фаеркик отбивается. Пак почему-то дальше прессовать не стал. И самое главное, у фаеркика есть... Четвертая хата в данный момент. Ну что, призма висит. Фаеркик вот вперед поломился. Куда он там поломился? Теряет королев на ходу. Авар в зелков пошел. Фаеркик, отбейся же чем-нибудь. Ты роучи вынужден возвращать. Зелки пытаются хату забрать. Кстати, хату, по-моему, заберет сейчас пак. И не заберет. Ну, очень близок был к забору этой хаты. Но в итоге не забрал ее. Посмотрите, на последнем хп отбился здесь фаеркик. Сейчас еще Давар будет. Куда ты ушел-то, ё-моё, Давар сейчас будет и убьют. Выдает фаеркик. А, он уже здесь в лоб дерется. Вот куда он ушел. Он уже в лоб бьется с паком очень активно. Иммортал всего лишь один. Пак мимо оверчаржа куда-то уходит. Сейчас иммортала фокусить. Так, иммортал поля врубил. Пилон нужно убрать. В итоге хату эту, блин, на халяву пак забирает. Фаеркик врывается к третьему нексусу. 90-170. Ё-моё, насколько фаеркик перемасил аски пака сейчас. Я думаю, что это 1-0 абсолютно точно. По своим реведжерам кидает зачем-то фаерболами фаеркик. Ну, это ошибками, не склип в итоге был. Так, Нексус что, упадет? Нет. Пока не падает. Нексус фаерболу как там пошли. По зелкам фаерболы, по филдам фаерболы. Заходит фаеркик выше. Нужно еще раз филды сбивать по фаерболами. Сбивает филды еще раз. Заходит выше. И Мортлус нужно зафокусить. Один иммортал падает. Поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Нежданчик, знаку, спасибо тебе. 1000 рублей ровно приятно так залетает. ГГ пишет пак, 1-0 фаеркик. Ну, я же говорю, фаеркик тащит. Сейчас. Я думаю, что фаеркик один из самых сильных зергов Европы сейчас, если не самый сильный.
Захожу в игру. Жириновские бороди. Спасибо еще раз знаку тебе за поддержку. Всем спасибо сегодня за поддержку. И не пропустите завтрашний день. Завтра будет много интересного. Завтра Бла играет. Завтра играет... Завтра Хэппи на ВЦС играет. Будет очень много всего. Воды будут с этого турнира, на Ютубе, конечно же, они будут. Ну, первую карту взял Файеркик, вторая карта пак против Файеркика. И через мув начинает, между прочим, Файеркик. С аккаунт подозрительный, таких аккаунтов у Battle.net. Просто у Файеркика на Америке не свой АКА, баркод, вот и все. А Ревыч всех ли победил? В чатике точно всех победил в своем. Но, к сожалению, на ВЦС не прошел вчера. Будем надеяться, что я лично за то, чтобы все успешнее выступали, и Ревчик в том числе. Поэтому ему удачи желаем всем нашим игрокам. Пробка минус. Ну что, Файеркик лингами-то забегает сейчас. Кстати, газ он отменил, по-моему, не? Пак видел, что газа, кстати, нету. У Пака вообще самый халявный, самый ранний 17-й нек. Пытается Файеркик пробку сгрызть с газа. С газа сгрызть не получилось. Здесь делок первый сейчас будет готов. А что Файеркик хочет сделать, я не понимаю. Ну, Пак законтролил в итоге своих рабочих. Очень даже неплохо. Злок первый вышел, но от Файеркика еще 10 юнитов отходят. Второго зелка Пак строит сейчас. Будет Нексус отменять, да? Файеркик собрался Нексус отменить. Кстати, лингов-то много у него. Нет, решил, что все-таки Нексус не надо отменить. Что тут реши, Файеркик, реши, что тебе нужно делать-то. А то так ведь можно и затерпеть. Две пробки сгрыз с газа. Пытается ворваться в рабов. Ну, пилон сгрызи, я не знаю, что-нибудь. Сделай же что-нибудь. С двумя зелками драться уже как-то не очень. Ну, три пробки подгрыз. Посмотрите, и три хаты у Файеркика. Нужно ли продолжать вот здесь биться с зелками? Как по мне, нужно было просто уйти и спасти лингов просто. Но Файеркик решил, что нужно ему еще срочно подраться. Минуснул еще две пробки, потерял лингов некоторое количество. 21-19, рабочих уже больше у Файеркика. Ну, 6 пробок слил 8 лингами. При 12, прошу прощения. 7 пробок, одна в разведке была по лимиту в плюсе. Газа единственного у Файеркика нет, но он без газа сейчас отобьется. Ну, тайминги Паку немножечко уже сбил, но 2 адепта могут сейчас вперед поломиться. Единственное. И Пак решил вообще бустить вард. Но, честно говоря, вот я пока вижу, что Пак американского сервера один из лидеров вообще, а Файеркик Европу. Ну, Европа сильнее Америки, как и раньше, собственно, было, причем значительно. И пока даже в начале лотву, пока даже скорее может потягаться. Ну, дальше будет тяжелее. Таннер, нафиг надо, нафиг надо.
Ну, я думаю, что как бы там весело, наверное, да, поиграть, но нет, сейчас слишком много StarCraft, как нужно делом заниматься. Если было бы свободное время, может быть, как бы я поиграл бы. Но если у меня будет свободное время, то я дом трубаш отдал эти компьютеры, уже надо, ну, пойти, выйти, вдохнуть воздуха немножечко. Ну, если больше свободного времени, то, может, съездить куда-нибудь в деревню, не знаю. Роуч Уорн фаеркик ставит. Плеер пока не закан. 49-35. Парабам. Парабам. Опережение вообще очень серьезно. Гиты 3 штуки. А нет, 5 штук будет сейчас у Пака. Открыл он. Вижу давар по адептов. 6-й гейт провалили. Насколько поздно? Он должен под пуш ставить. И вообще Пак хрень какую-то делает. Так, заходит 3 адепта. Десять тронов минус, ну, сейчас фаеркик у Пак, приятного мало здесь, но самое-то главное, что Прото сам третий Нексус сейчас не ставит. Какому ТКРФ? Памзес, ты о чем говоришь вообще? Так. Ладно, если всему отвечать, можно... очень долго флудить. Адептом отменяет врыв сейчас у нас фаер-пак. Ставит третий, посмотрите, Нексус в пак. Ну и фаер-кику нужно контр-пуш сейчас просто идти вперед, собственно, как я думаю. Какой еще кодекс вообще? Ты что, с луны свалился, что ли? Причем здесь кодекс? Так. Такие. Линги пришли, еще линги делаются, лейер делается. Идет врыв от фаеркика, боевого лимита. Ой-ой-ой, боевого на 30-ку больше, даже на 35 где-то сейчас больше фаеркика. Делает трех реводеров сейчас, линги рядом. Пак под ударом, здесь у нас что есть? 3 уверчажа, 4 сейчас уверчажа будет, но... но это печально. Это печально. Здесь очень много лимитов, фаеркик. Если пак отобьется, это чудеса на виражах будут, конечно. Ну сразу, посмотрите, уверчажи пак сразу все выставлять не стал и правильно сделал. Падают еще сейчас фаерболы. Заходит фаеркик, пилон-то минус не минусует. Пилон, фаерболы по центрям еще пошли. У адептом попадает 2 адепта минус. Уверчаж, конечно, стоит, но он сейчас кончится. Больше уверчажа не будет. 114.76, изи просто фаеркик. Вообще изи фаеркик. По-моему, в этой игре. Хотя не еще, пока он даже не убил Пака. Ну, и Морклу-то минус не, у которого поля сейчас стоит. Что-то я накаркал, по-моему, не? Ну, линги приходит, третий Нексус падает. Если третий Нексус упадет, у фаеркика так и так все будет хорошо, на самом деле. Фаербольщики пошли. Филд спадает, линги врываются. И Морклу нужно зафокусить. И Морклу фокуснуть не получается, но линги его тут сбоку кусают очень неплохо таки. Все-таки закусали и Мортла в итоге. Фаербол на пилон пошел. Еще один пилон привает демеджем фаеркик. С уверчажем отключаются 2 роботикса. Отключается второй пилон. 110 на 60. Изи 2-0. Изи 2-0 фаеркик. Просто напросто. ГГ, Пак, пишет.
Так, Блай говорит, что завтра будет не одновременно все у Кэтса стартовать, а по очереди все матчи будут идти. Ну что ж, это еще интереснее будет даже. Как нога разработал? Нога пока еще рано. Еще восстанавливаться и восстанавливаться. 2 месяца где-то. Ну вот сейчас как заболел, что-то вообще не делаю гимнастику. Надо бы начать делать опять же. Сейчас я посмотрю, что там идет у нас. Так, пока вырублю. Ребят, то, что завтра будет, я уже анонсировал. Kings of the Craft, где Блай играет. Тут очень много интересных матчей друг за другом идет. Вот. Потом WCS 20.00 будет завтра. Записи будут выложены. В группу ВКонтакте пользователь Димага активировал премиум на ваш канал. Оп, спасибо, Димос. Ну, на сегодня у нас все будет, потому что я стримлю с 12.30, что-то я подустал на самом деле. Почти 9 часов стрима уже. На сегодня все, приходите завтра, 13.00. Кстати, сегодня на премиум подписалось просто 33 человека. Хорошее число, я вам скажу. Вот. Увидимся завтра. Запись будет на ютубчике. Как-то так. Как-то так.